Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Даня Лазарев. Мы снова, в который уже год собираемся, чтобы покорить, наконец-таки, мир, темный загадочный мир Ктулху в сеттинге игры Ктулху. Я запутался в том, что я говорю. Мы играем сегодня снова в ужас в Кингсбери, в настольную ролевую игру Ктулху, которая сделана по системе сыщик, если вдруг кому-то известны эти слова. И снова наши герои движутся по сюжету, добираются до главных тварей, убивают их и уходят в закат счастливыми. Но пока этого не произошло, давайте вспомним, кто с нами сегодня играет. Пожалуйста. Что я всегда первый? Пожалуйста. Мое имя Алекс Адра. Я ищу своих детей. У меня мало рассудка и мало самообладания. На секунду показалось, что Ромбо вселился в Александра. Сейчас скажут, что я Александра. Один пистолет. Это потому, что я первая. Евген. Рональд Колдуэлл, врач. Самообладание трещит, но держится. Все. Ищу паранормальное, и кажется, наконец-то нашел впервые за свою долгую жизнь. Меня зовут Паша. А моего персонажа зовут Виктор Васкес. Ой. Самообладание тоже не к черту. Но я видал и не такого дерьма. Читал Некрономикон. Думаю, как я буду сражаться с монстрами. И последний, но не по значимости. А по порядку. Меня зовут Роман. Фамилия Роман. Родился. Вырос. Слава. В игре Ромбо Стил. По кличке Два пистолета. Уже устоявшийся. Брата нашел. Он культист. Я с ума почти сошел. Сейчас всех застрелю, и все будет круто. Классно. Давайте напомним о предыдущих событиях, предыдущих сюжета, предыдущей серии. Кто готов сегодня? Я был в прошлый раз, не смотрел. Давай. Хорошо. А в прошлый раз мы... В предыдущем эпизоде. Быги боже понять, что нам делать. Быги разбираемся, что происходит. Наконец-то мы находим записку, в которой написано, что мой брат культист. Мать его, полковник. И что же дальше? Мать его, мы собираемся ехать на станцию. Но перед этим нужно завести картину маленькой старушечке. Старушечке завезли картину. Потом едем на станцию. Птицы падают с небес. И понятно, что происходит. Мы стреляем в небо в ответ этим гребаным птицам. Потом мы приезжаем на станцию и докопались до ментов. Нас ведут в подвал. Fuck yeah! Отлично. Окей, ладно, давайте, пожалуй, собрались. Окей, давай, там теперь станем серьезными на секунду. Я посмеялся, ну вот. Хорошо, да, действительно, все так и было. Самое интересное, что все таки было. Все так и было. Ну, хорошо, да, вас, товарищ полицейский, ведет в подвал, в который вы уже, так понимаю, не хотите идти. Ну, мы идем. Майк подводит вас к двери, которая вас ведет в подвал, собственно, железнодорожной станции. Ну, собственно, вот, это, сможете спуститься, но я не знаю, что вам там нужно, у нас там инструменты хранятся для починки станции, там всякое барахло. Я даже не знаю, что вы-то хотите-то? Ну, просто проверим, как бы, раз уж пришли. У меня есть вопрос. Когда мы идем по станции, есть ли какая-то информация о создании этой станции, вообще о создателях? Ну, прокинь историю, если хочешь. Yeah. Я рассказывал все, ладно. Нет, когда создавал, ты не говорил. Просто создавала станция. Не, просто я хотела спросить еще в прошлом эпизоде, но... Ну, тебя перебили, как обычно. На трейлер канала можно поставить все моменты, когда Сашу перебивают. Пять! Окей! Окей! Ты прям хочешь узнать историю создания этой станции? Ох, помню! Помню историю создания станции, богатого района, в котором я не живу. Детей не помню, но... Где собака? Собака? Ну... Итак... Ты должен был покормить, Виктор! Все? Договорился? Должен был.
Хорошо. Ну, ты вспоминаешь, ты здесь все-таки не первый год живешь, и вспоминаешь, что эту станцию, ты когда-то читал про эту станцию. Это станция, так как это же зажиточный район, и, в принципе, хозяева, ну, братья Шейны, Ван Шейны, когда строили эту станцию все время, пролили железную дорогу, отстраивали большую часть станций, они, собственно, этому и разбогатели на строительстве железных дорог и на последующих эксплуатациях. Они специально делали станцию пошикарней, ближе к их месту проживания, собственно, поэтому в этом Шейкер Хайтс самая такая кошерная станция, назовем ее так. Вот, и... Исторически, я даже знаю, что тебе сказать, ты хочешь на какой год там не отстроить строительство или что? Я понимаю, что сейчас это не особо важно, но... Да. Тебе просто интересно. Александр не знает, она просто хочет, чтобы опять ты все рассказал. Хорошо. Этот, я бы посмотрела бы, возможно, на какие-нибудь давай исторические так, давай документы. Давай так, создания, там, ходы, проекты. Ходы. Да. Ходы. Нет. Она давай хочет эксплуатацию помещения. Я понял. Давай так, давай так. У тебя есть пункты... Да у тебя нет, наверное, пунктов. Архитектура. Нет, у меня... У меня есть бухгалтерское тело. Нет. Какое тело у тебя есть? Бухгалтерское тело. Бухгалтерское тело? Где мои очки? Давайте к делу. Простите. Опа, вот оно бухгалтерское. Нет, в общем, у меня есть очки истории и бухгалтерское дело. Давай добавишь еще одну очку истории? Давай. А я могу добавлять очко истории, когда у меня минус 4 самообладания? Да. Отлично. Трачу все очки истории. Хорошо, ты, в общем, тратишь еще одну очку истории. Да. И ты же смотрела фотографии с этими долбящимися людьми, да? С чем еще раз? Долбящимися людьми, ну, с сексом. Ну, конечно, смотрел, да. Конечно, смотрел. Да, я даже переживала. Даже интересно. Ты, осматривая здание, вспоминая историю этого здания, вот именно вот этого железнодорожного депо, ты вспоминаешь, что внезапно в памяти всплывает, что ты на фотографиях с этими людьми обратила внимание на одной фотке стены именно антуражем, вырезкой, выделкой и, может быть, штукатуркой, я не знаю, похожие именно на такие же стены, как находятся в железнодорожном депо. А на какой? Ну, не где факт. На той фотографии, что вы смотрели, эти стены выглядят хуже. То есть, если они здесь отделаны, видно, что ремонт делался не так давно, и выглядит, в принципе, оно все шикарно. На той фотографии они выглядели гораздо хуже, уже где-то облезшие, обваливающая штукатурка. Но именно по архитектурному дизайну, по внешнему виду, они выглядят так же. Можно сопоставить, я поняла. Это вот дверь в подвал. Это вот тревожный подвал. Ну да, безусловно, мы заглядываем. Ну там лестница вниз, спуск в подвальное помещение. А стены там какие? Я прошу. Не, ну здесь подвальные стены уже как подвальные стены. Дать фонарик. Там свет горит, там включается свет, там включил свет. Я думал, темный подвал. Не, нормально. Секретный темный подвал. Это не та станция. Я понял. Спускаемся. Ну ты спускаешься в подвальное помещение, видишь, что здесь стоят какие-то мешки с цементом, какие-то доски лежат, именно инструменты для ремонтной работы каких-то. Никакой крови, никакого оккультизма, да? Ну, можешь кинуть, допустим, какой-нибудь там поиск улик или пробросить внимательность, но пока давай например, просто поиск улик. Хорошо, давай. Без ну, ничего. Поиск улик не тратить, не кидаешь, просто тратишь очко. Не буду тратить. Хорошо. Ну, можешь, ладно, просто кинуть. Нет, там не кидайся, не надо. Окей. Александр нам ничего... Беглый осмотр станции подвального помещения не дал тебе никаких результатов абсолютно. То есть ты... Ну, просто подвальное помещение, в котором хранятся всякие инструменты. Я думаю, это не то место, куда мы стремимся. Где нашли трупы? На 9-й Восточной, на свалке Лейкшир. Мне кажется, нужно сначала смотреть это место. Да. Потом двигаться на ту заброшенную станцию. Я припоминаю, что на фотографии, которая хранится у Ромбо Стива, похожа архитектура здания с... На тех фотографиях, где изображен, предполагаемо, Орен. Да. С жертвой. С жертвами. То есть мы в этом здании можем найти что-то похожее? Такая же архитектура? Да, но... Стены, это, конечно, не такие новые. Это, к слову, была та же фотография, на которой ты заметил монолит. Ну, я так и думал, это где Фрэнк Палила, просто больше нигде ничего не... Необычные стены там написаны. Комната роскошная, необычные стены. Возможно, это заброшенная станция. А если
Ну что, просто так на какой-то станции заниматься сексом не получится. Возможно, это какая-то... Вы же были на заброшенной станции? Нет, мы были в подвалах рядом. Но вы вовнутрь заходили. Да, я была в подвале. Они спускались в подвал, они не заходили. Да? Ну, я, ладно, не буду. Ну, стены похожи на именно эту станцию. То есть это, богатом, это похоже, то есть это должна быть станция, которая строилась по большому счету по образу и подобию этой станции. А мог бы использовать очко уличного чутья, чтобы подключиться к сети хопов. Ну, смотрите, подумать. Да, да. Я же шарахался по городу, где-то я видел похожую. Именно я как понял, ладно. С похожими стенами и прочим, то есть с чем-то. Давай. Я трачу очко. Окей. Ты вспоминаешь, что в свое время, когда ты искал себе место, где бы остановиться, где закинуть свою коробку, ты прохаживал мимо одной старой заброшенной железнодорожной станции. Она очень старая, она и очень давно закинули, и она находится на другом конце города, в окраинах. И ты примерно... Ну, относительно примерно вспоминаешь, что видел там, ну, похожую орнаменты. То есть архитектуру, да. Да, что-то похожее, да. Это не та заброшенная станция, на которой... Нет, были не та, на которой ездили. И ты помнишь, что рядом с этой станцией, которую ты проходил, там был, располагался недалеко от нее большой городской сад. Парк. Садово-парковая территория. Возможно, я знаю, где находится похожая станция. Меня пошвыряло по городу, когда только приехал сюда. Но я не могу быть уверен. Возможно, стоит отправиться туда, а не смотреть на жертв. Кроме того, рядом с этой станцией находится сад-парк. И, возможно, там могут быть... фиговые листья, о которых говорил коллега сеньоры Адри. А что мы надеемся найти на станции? Как сказала сеньора Адра, на одной из фотографий была изображена эта станция. В общем, был изображен секс. Эта станция находится... Согласен. Я с войны такого не видел. Я, кстати, в предыдущем эпизоде, в конце, мы закончили на том, что я что-то узнаю, вспоминаю. Да! Уважаемый гейммастер! А что там было? Посмотрите предыдущий эпизод. Каждый эпизод заканчивается какой-то интригой и ничего не рассказываем в следующем. Там было о том, что я хотел узнать, как связано жертвы... маньяк жертвы со Сциллой и Харибдой. Это был первый вопрос, на который натолкнул меня Рональд Колдуэлл. И второй вопрос, что еще должно случиться, когда случится апокалипсис. Я предлагаю, настаиваю. Так как я самый старый, я хочу закончить. Хорошо, давай. Поехать на ту станцию, в тот... рядом с садом. Я думаю, там мы найдем ответы на некоторые вопросы. Я полностью поддерживаю. Как вы считаете? Я иду к машине. Я поддерживаю. Я с вами... Я думаю, что... В машине, потому что... Лучше, что вам уже предстоит. После того, как я затерялась. Благодарим вас за помощь, господин... Майк. Майк Вазовский. Господин Вазовский. Я обращаюсь. Удачного дня. Вам тоже не болит. Такой маленький, кругленький, да, вот этот. Нет, это другой. Нет, это второй. Блин, надо было кругленького Майка Базовского. В общем, вы отправляетесь в машину, да? И... Да, и вот пока мы едем, я вспоминаю. Я думаю, размышляю. Наконец-то, да. Ты обращаешься в свои чертоги памяти. Да. И ты действительно вспоминаешь. Причем ты вспоминаешь то, что ты когда начинал только собираться во всем этом деле, ты не обратил на это, не придал этому большого значения, потому что много говорилось по поводу жертвоприношений разных, по поводу всяких таких обрядов. Ты не обращал на это внимания, потому что искал конкретную информацию по конкретным вещам. А сейчас ты вспоминаешь, что ты про это читал, и ты вспоминаешь, что для призыва Сциллы, именно для обряда призыва появления... Нужны головы. Нужны не только головы.
Сцилла, как описывалось в тех самых легендах, создается из человеческих останков, из разрозненных человеческих останков. И не каждый орган, не каждый человеческий организм подойдет под построение этого существа. Посему их расчленять. Ну да, и где-то не хватало чего-то. И какой у тебя второй вопрос был? То есть это был ответ на вопрос. А, и что-то еще, что нужно для завершения ритуала? Харибда, да. Да, по сути, для завершения ритуала призыва Сциллы необходимо именно собрать нужные подходящие части тел. То есть... А уже после того, как Сцилла придет в этот мир и произнесутся некоторые нужные слова. Некоторые, мне некоторые, нравится. Это слово у нас, которое некоторые преследует во всех нужные катках. Слова. А после этого должна спустя какое-то время Харибда. Прийти Харибда. То есть сначала Сцилла с головами из остатков людей. Хорошо, мы едем. Вы едете. Вы тратите на ваше... Никто не хочет больше сказать. Вы тратите на ваше путешествие, ну, порядка, потому что станция, которая вам нужна, находится на другом конце города, как я уже сказал. Вы доезжаете туда уже глубокой ночью. То есть... Почему? Было ярко солнце. Вы провели на железнодорожной станции, приехали днем, в обед. Возможно, нам стоит приехать сюда с утра. Ну, вообще звучит разумно. Ну, вы то есть доехали? Знаете что? Ты же не сказал, что ночь. Нет, я сказал, на другом конце города. Поздно, профессор, я думаю, что нужно хотя бы попробовать заглянуть. Чисто, одним глазком. Там есть деревья? Пока вы ехали. Я молчу. Пока вы ехали, во-первых... Вы потеряли рассудок. Нет. Пока вы ехали, это довольно долгий путь, как я уже сказал. Да, весь город проехали, как города, бы немалый город, как бы, поэтому пришлось потратить столько времени. И пока вы ехали, заметили, что погода начала портиться. Начали собираться, с севера начали собираться тучи, вы видите зорницу в дальней части города. Так как Кливленд находится на равнине, сверкает, вы уже далеко заметили зорницу и заметили, что началась погода портится явно сильно. Поднялся ветер, и это ощутимо, потому что деревья прям колышут, прям дико. Вы проезжаете, когда уже начало смеркаться, из-за того, что туч набежали, тем более начало смеркаться еще раньше. Вы проезжали через мост. Как раз мост, который находился возле железнодорожных путей. И как только вы его пересекали, молния сверкнула не так далеко от вас, видимо. Яркая вспышка, гром раздается очень сильный, причем аж затряслись, стекла в машине затряслись. И вы обратили внимание на то, что вспышка вас на секунду буквально ослепила всех в машине. И вам показалось, как будто бы ощущение дежавю, что вы вроде бы вот только что ехали на середине моста, и теперь вы оказались в самом начале моста. Мы делаем с вами проверку. Самообладание. Мудрость? Подбросок мудрости? Подбросок мудрости. Я добавляю 2. Хотя, я ничего не добавлю. Храбрый. Я иду ва-банк. Чё ж. Хорош. Сколько? 6. Я ничего не добавлял, да? Добавляю 2. Виктор. Давайте добавлять 2 броска, хорошо, ребят? А, извините, я что-то это затупил. 6. Хорош. Ну, я в любом случае добавляю 2, сейчас просто перемогу. Ну, сколько? 6 плюс 2. А тебе 2, да? Ты ничего не добавлял. Ну, вы ничего не добавляли, а ты добавлял. Ты снимаешь себе 2 самообладания, снимаешь, которые ты потратил. Угу. Не, ты, ну, и ты теряешь тоже 2 самообладания. Не такая уж страшная произошла ситуация. Я так и подумал. Но вы были, тем не менее, озадачены не происшествием, потому что как бы вы уже проехали половину моста, и тут хоп, и вы оказались снова в самом начале моста. Спорная ситуация. Но, тем не менее, вы ехали по этому. Показалось только мне? Что это? Мне кажется... Ощущение. Может, проехали этот мост? Возможно, почти просто... проехали. Очень темно. Ну да, и погода плохо. Я на это надеюсь. Поехали, блин. Да. Очень. Да. Вы приедете через мост, и вот буквально через несколько кварталов вы добираетесь до этого самого... Это самая железнодорожная станция. Вы видите, что это старая, действительно старая железнодорожная станция. Вы видите, к ней подходят какие-то уже заржавелые, совершенно заржавевшие пути, прогнившие доски на этих путях. Сама железнодорожная станция выглядит, ну, не то что обветшала, то есть она держится, там железные балки ее держат, но она явно за ней уже не ухаживали лет так
50-60, то и более. И она сама по себе стекла выбита, куча граффити на ней нарисована. Здесь, видимо, дети подростки периметрами суетились. А, все заборы переломаны, какие-то железные, если были железные какие-то предметы, все они сперты для того, чтобы взять металлолом. Ну и сама станция с выбитыми стеклами выглядит крайне мрачно и крайне уныло. Еще плюс в сгустившихся тучах и в свете молнии она выглядит как из фильма ужасов. Вот неожиданность. И правда неожиданно. А, вы останавливаетесь, паркуете свою машину за территорией, за забором, потому как въезда все-таки на территорию железнодорожной станции нет. И я так понимаю, выходите, да, идете внутрь железнодорожной станции. Ну, прозвучал вариант от профессора подождать утра, но я, честно говоря, не вижу тогда смысла ехать сюда уже, через весь город, уже поздно. Мы уже здесь. Да, мы уже здесь. Раздается гром. Их, наверное, краповая ночь не понимает. Как-то все это выглядит. Я достаю пистолет, захожу. Нет. Ты хочешь машину? За забором. Да, мы сейчас не куда зашли. Куда ты заходишь? Снаружи стоишь, знаете, под, за машиной. Как-то это все выглядит. Самое время для хорошей концовки. Нежизненно. Необходимо заходить туда, но что ж, мы уже здесь. Ну что ж, раз. А с вами частично мне я кажется, только проделал для поиска тайны. Меня сильно повлияет. Вас ободряет это вид станции? Но все равно звуки грома, дождя и молнии. Я не думаю, что если мы останемся на ночь и переждем гром и молнию, то что-то будет хорошее. Я не военный. И как раз под звук дождя можно незаметно подкрасться к противнику. Полковник, вы говорите верно, но боюсь, что у противника гораздо больше ушей, чем можно себе представить. И голов. Военного. Вполне это себе можно. Вероятно. Голов? Я думаю, что это... На секунду задумываюсь над загадками, которыми говорит профессор, но считаю, что это фигура речи. Сеньор Стил, мне кажется, слишком быстро отошел от случившегося ранее. Я просто уже почти поехал, поэтому как бы... Хорошо, профессор, что будет? Я думаю, бессмысленно стоять перед забором и смотреть на станцию. Если мы уже здесь, надо действовать. Беру волю в кулак. Я хотел бы все-таки... Хуйти! Пока, ребята, ну, классно, я домой. Я забыл некий инструмент. Уже отлично, потусили, все, счастливо. Уже не так скучно, как было. Не так скучно. В больнице было не так-то уж и плохо. Пум-пум. Мне надо покормить собаку. Извините. Да, я все-таки хотел бы прокинуть предусмотрительность. Я так понял, что как раз на такие случаи рассчитано. То есть все-таки, ну... Что у меня по оружию? Потому что, в общем-то, я в прошлом офицер, как бы, ну, вообще, да, у меня есть привычка носить конечно. С собой оружие. Ты тратишь так... один балл, ты ничего не тратишь, ты тратишь балл предусмотрительности, и ты хочешь с собой прихватить что? Танк. Я предусмотрительности не вижу. Так, для начала, БФГ. Так, сейчас я вычеркну. Так, балл предусмотрительности я потратил. Ну, ничего особенного, я просто, у меня привычка носить с собой свой старый армейский револьвер, который я забрал с собой, когда я увольнялся из действующей армии. В принципе, он практически всегда у меня в кармане, я за редкими исключениями. Ну, у тебя заряженный ваш 6-патронный, да, выходит сколько там? Ну, получается, да, 6-патронный. А вот, ну и сегодня я шарю по карманам, уберу плаща, убеждаю, что сегодня моя привычка мне не изменила, я его положу с собой и... Ощущение холодной рукоятки под пальцами придает мне уверенности, и я, в общем-то, готов выступать. Сеньор Стил, я надеюсь, вы не оставили свое оружие и палаш в машине. Вы недалеко от машины, Даша, поэтому, если что, оставили. Ну, оно со мной. Я надеюсь, оно нам не пригодится, конечно, но надо быть готовым. Я использую очко предусмотрительности и беру фонарик из дома Адри. По-любому. Угу. Да, ты находишь. Фонарик спёртый из дома. Ну, как бы... Ну, почему нет? Да, хорошо, нет. Да, хорошо. У тебя, может быть, даже свой где-нибудь был фонарик все это время. Не-не, я из дома Адри. Я бомб. Хорошо, хорошо. Я хоба. У меня нет ничего. Там и инициал на всякий случай. И я... Ну, хотя это бессмысленно. Ну, пусть тоже будет. Я прихватил с собой бинты и... лекарства те, которые мог из аптечки.
Ну, зная, что у меня рука может кровить и дальше, чтобы я мог где-то посередине сделать перевязку. Я не думал, что меня зашьют в больнице и прочее, прочее. Хорошо. Вдруг кто-то умрет, а я смогу его откачать. Бинтами замотать, как мумия. Ну, у меня первая помощь тоже. Хорошо. У меня вы в итоге выходите из машины и, ну, в смысле, отправляете. Ну, осматриваем место, куда нужно найти, как... Сейчас будет опасная музыка. Как попасть в, на территорию здания. Ну, в первую очередь, да? На первый взгляд не вижу перелазить через забор. Ну, забор, как я говорил уже, все висел, он сетчатый сам по себе забор, и дети там лазили уже не раз, поэтому там куча, куча дырок там в этом заборе, залезть на вопрос вообще. Тогда я увидел, как пройти. Вы забираетесь сквозь эту взлом забора. Я иду посередине, вот этот, между всеми. Раскрываете эти ставни забора, да? А, я извиняюсь, могу ли я взять с собой какое-нибудь успокоительное? Успокоительное? На что это похоже? Что вы здесь делаете? Успокоить? Да. Самообладание, как бы. Да нет, мастер же говорил, что... Механика тут никак не смотрит. Да, механика на вопосить не поможет. Но... здесь. Это хорошее действие, нет? Нет. Нет, не очень. На вопосить. Такое себе нет. Ты на вопосит еще лет 30. Хорошее действие было, диктофончик. Лучше. Хотя. Ну такие вы, в общем, вы заходите. А вы пробираетесь на территорию этого железнодорожной станции. Вы хлюпаете по грязи, потому что здесь, ну, никто не ухаживает за местностью, поэтому здесь трава проросла все плющом. Грязь, вот это везде, в которой дети расходили, вы по ней хлюпаете, потому что дождь начинает накрапывать все сильнее, и земля уже немного разжижилась и ощущается. В общем, немного даже проскальзываете по земле, когда по ней идете. Дождь начинает все сильнее и сильнее шуметь. Вы проходите вдоль каких-то старых вагонов, какие-то цистерны на железнодорожных путях еще стоят, уже проржавелые полностью, из них даже там дыры какие-то, из них вытекает какая-то жидкость, капает. Вы пробираетесь... Прости, пожалуйста. Как используется бдительность? Бдительность? Я хотел бы использовать... Я хотел бы бдеть. Да. Ну, давай ты кинешь сейчас бдительность, скажешь, добавляешь что-нибудь или нет? Я добавляю 4. Ух ты, какой бдительный. 10! Летучая мышь! Паучок! Мурашка бежит! Да, хорошо, ты прям на стрёме, на стрёме. Я очкую, потому что... Каждый звук ты дико очкую, поэтому я за все. Да, ты наблюдал, прям ты, прям каждый... Где-то собака гафнула, километре от вас, понял, распадалась локатором. Да, хорошо. Вы идете вдоль железнодорожных путей, приближаясь все ближе и ближе к этому мрачному, темному, серому зданию. В расках там молнии время от времени. Грома нет, просто раскаты молнии иногда происходят. Вы видите этот силуэт темного здания, которое все ближе и ближе к вам становится. И выглядит он крайне нелицеприятно. Время от времени гремит гром, и дождь начинает накрапывать все сильнее. Вы чувствуете, как ваша одежда начинает намокать, вы начинаете хлюпать все сильнее, но тем не менее, по гнилым доскам, по ржавым шпалам вы добираетесь таки до станции, поднимаетесь на эти старые, по старым ступенькам, которые давно рассыпались, уже поднимаетесь на перрон, который раньше принимал вагоны. И вы видите перед собой это самое здание с разбитыми стеклами, огромные окна с самого пола до самого потолка, там метров 15 в высоту, наверное. Они все разбиты, разломаны, деревяшки давно осыпались, штукатурка с потолка опала. Где-то в центре зала внутри висела люстра огромная, она сейчас свалилась, лежит на полу, разбитая полностью. Внутри какие-то скамейки есть, на которых люди раньше, видимо, сидели, ожидали. Они тоже все разбиты, разломаны и стоят совершенно не параллельно друг другу. Уже, ну, там прибаловался, раз перетягивал туда и обратно. Кругом какие-то сигаретные окурки, какие-то бутылки валяются, может быть, презервативы. Не знаю, если в свое время были презервативы. Но тем не менее, здесь явно кто-то когда-то тусил, но сейчас здесь уже давно никого не было, все это поросло грязью и мхом. На стенах здания есть даже мох и плющ поросший, прорастающий по этому месту. Вы заходите внутрь, как я понимаю? Глядя на плющ, я очень сомневаюсь, заходить внутрь или нет. Дождь начинает все сильнее и сильнее поливать. Уже шум дождя перекрикивает даже ваши шаги хлюпанье по земле. Вы заходите внутрь затопивших помещений, и звук шагов разносится по пустому помещению, по пустому залу. По крайней мере, здесь сухо. Но тем не менее, шум дождя с улицы разносится эхом по всему залу, и вы не слышите каких-то посторонних звуков. Даже здесь? А? Даже здесь?
если ты слышишь до сих пор вся. В общем, в итоге, вы стоите внутри большого центрального помещения, центрального зала. Весь пахнет сыростью и гнилью. И легкий кисло-сладкий запах ты чуешь. Ваши действия, что вы хотите сделать? Чего? Пока не ясно. А как понять, по запаху ясно? Ну, что-нибудь прокинуть в таком случае. Естествознание? Наверное, да, естествознание. Ну, а это ж я использую очку. Да, да, используешь очку. Очку использую. Одну очку. Два, кому не нафиг нужны. Ты, как ты учился в престижном, работал в престижном университете, ты общался с многими биологами и фармацевтами, и, может быть, даже с экспертами. И ты вспоминаешь, что как-то, когда вы занимались препарированием лягушек, своим другом. Ты такой же запах чувствовал от бальзамирующего средства. Да. Я примерно понимаю, откуда, ну или просто запах, то есть он ниоткуда. Он разносится он здесь по всему залу, да, он просто есть, да, здесь. Ну он такой, он слабенький, но все-таки присутствует. Ну, никто больше не чувствует. Да. Видимо, мы в нужном для нас месте. Почему? Может быть, это самовнушение, может быть, это правда, но мне чудится или чувствуется запах масел и средств, которые используются при бальзамировании. И это не случайно. Пытаюсь привинкнуться. Ну, я не знаю, мне надо ли что-то прикинуть. Да нет, нет, да, когда, тебе обратил, когда Виктор обратил на тебя внимание, ты принюхиваешься, действительно чувствуешь, как ты как тоже знаком с этими вещами, ты, в принципе, ты, Алекс, тоже. Вы действительно улавливаете этот легкий кисло-сладкий запах. Нормально. Что-то еще. Итак, и о чем ты говорил? Мы видим. Сеньор Ада, кажется, вы говорили, что стены или что-то напоминает вам фотографию, которую мы видели, которая у нас была. Вы видите что-то похожее? Судя по стенам. Стены именно в этом помещении, они визуально похожи, потому что, но в принципе, это семья, которая строила Шейнов, они строили несколько зданий с похожей архитектурой. Да, но здесь, конкретно эти стены, они, судя по времени, когда были сделаны фотографии, стены не могли так настолько прийти в негодность за такой короткий промежуток времени. Поэтому, скорее всего, вот эти конкретные стены в этом помещении, это не те. Но похожи. Именно внешне, визуально, именно по. И помнится, на той фотографии был прозрачный камень. Ой, был монолит с изображением Сицилии Карибы. Нам нужно обыскать здание. Да, я думаю, вы правы. Лучше быть наготове. Могу я позаимствовать палаш? А что твое достояние в таком случае? То, что достал, да, положи обратно. Хорошо. Я двумя руками нервно сжимаю палаш. И вот так вот впереди. Я еще раз проверяю револьвер в кармане. Пока не достаю. Эти стены, несомненно, похожи на те, что на фотографии, но у них слишком, так сказать, непригодный вид. Не мудрено, судя по всему, да. Возможно, нам действительно нужно осмотреться. Надо обследовать здание. Давайте попробуем. Есть ли у вас что-нибудь по типу, ну, поиск улик, допустим, или... У меня есть. У тебя есть поиск улик. А что еще нужно? Ты можешь потратить. Я должен потратить... Два очка. Отлично. Вместе искусство. Да. В общем, вы начинаете осмотр здания. Благодаря фонарику, который Виктор собой прихватил, вы начинаете осматривать каждый угол. Я фонарик. В этом конкретно в этом зале вы ничего не находите. Вы тратите минут 20, наверное, на осмотр этого помещения. Проходите в ближайшее помещение, которое внутри есть этого здания, там, где вот администраторская была, чуть далее, где там пост охраны был. Не находите никаких признаков того, что вам нужно. Но внезапно вспоминаете, что вы же были в подхожем здании в богатом районе, и вспоминаете, что это где-то был подвал здесь. И начинаете искать именно это место. И ты, побродив, пока все остальные, значит, бродят в
в других частях здания, ты забредаешь поотдаль от них в дальнюю часть именно самого дома, самой станции. И ты находишь, ты вспоминаешь, что вот где-то вот примерно в этом коридоре, где-то в конце этого коридора, вас отводил как раз этот охранник именно к похожему месту, где открывался дверь в подвал. Ну, ты выходишь в этот коридор и видишь, что здесь стоит куча коробок, какие-то железки аккуратно подставленные к стенам. И не видишь дверь в подвал. Ты начинаешь рыться, начинаешь вставлять эти коробки и все такое, раздвигать. Ты понимаешь, что эти железки, они прикручены к месту, где находится дверь. Дверь действительно есть, и к ней приставлены эти железки так, чтобы можно было, если дверь открывается, эти железки вместе с ней открываются. И, а также, когда обратно дверь закрывается, эти железки ставятся на место таким образом, что ну, вроде со стороны якобы это незаметно. Да. Господа, ну, зову из другого угла здания. Господа, мне кажется, я что-то нашел. Не кричите, Рональд, я думаю, потом нас услышат все, кто здесь в округе находится. Я возвожу курси. Мне кажется, нас и так услышали все, кто здесь находится, потому что тишину мы соблюдать особенно не намереваем. Я тихо делаю. Заходим? Но, тем не менее, звук дождя на улице, дождь очень сильно начался на улице, поэтому даже когда вы переворачивали, там, не знаю, скамейки, тем не менее звук приглушался, поэтому есть шанс, что вас еще не заприметим. Хорошо. Тем не менее, вы подходите все вместе к Рональду, и все видите вот этот коридор, который заставлен коробками, ящиками и железками, прислоненными к стене. Ты показываешь им эту дверь, я так понимаю, да? Закрытая, вы действительно видите закрытую дверь, которая замаскирована под листы железа. И есть ключи там или куда? Да, мы что-то важно видим, как-то ее. Да. Сейчас, секунду, ребята. Хотел спросить, а имеет ли смысл скрываться, если мы все равно идем вчетвером, как бы? Меня просто среди четверых тупо не заметят. Если вы хотите сделать скрытность общую, чтобы вместе не скрытная, тогда вам нужно будет делать все вместе проверку. А если я один хочу, это не могу видеть. Если хочешь один спрятаться... Ну это мне надо спрятаться тогда, убегать и прятаться. Да, да. Просто, ну вот я про это спрашиваю. Ну вот логично. Да-да-да, я на всякий случай. Вы смотрите на эту дверь и вы понимаете, что она заперта изнутри. Но на ней есть некая система замков. То есть снаружи тоже есть замочная, ну что-то по типу замочной скважины. Каким-то особенным методом она сделана, спроектирована, сформирована. Она открывается каким-то особенным, видимо, ключом или с помощью каких-то манипуляций, но не просто так, что подошел, ну, пальцем она открылась. Если у вас есть какая-нибудь механика или что-нибудь по типу этого. В принципе, есть взлом как таковой. Ну или взлом, да. Можете что-нибудь попробовать. Ну, можете сделать команду, Команда, а я чем могу? Ну, кто? Не все бедные, все. Надо... Не, ну я со своими навыками без... Сейчас, подождите, Я просто сказал, что он есть. Я есть взлом, я могу... Взлом, механика, что вот. Я хочу попытаться взломом. Давай. Что-нибудь трач? Взлом плюс один, трач. А это очки, как потратил и скрыл? Или... Взлом общий, это общий? Нет, это прикладные. А, прикладные? Да. Я подожди. Вот, блин, астрономия взлом. Нет, такого взлома. У меня... А я плохо читаю. У меня точечка на взломе. Классно, ты ее не добавлял, да? Не, у меня есть механика. Мы говорили механика, о механике, да, я про взлом. Да, механика, это про взлом. Да. Она в общем, да? Да. Механика, когда можно добавлять очки. Ну, я добавляю единичку. Это все, что у меня есть. Слабенькая механика. Бомба. Давай. Ну я такой себе механик. Кидай. Саймон был механиком, я помню. Ага. Хорошо. Ты наклоняешься к этому замку, начинаешь в нем ковыряться, что-то там поддевать, достаешь, я не знаю. Пытаешься сначала пальцами, потом достаешь какую-то железочку с пола, поднимаешь, начинаешь ей ковыряться. Вспоминаешь, что ты свои военные-то годы повскрывал немало замков-то? В ящичках с моих этих боевых товарищей напиздило туда всяких бубликов. Бубликов. И, в общем, спустя какое-то время, провозившись с этим замком, ты слышишь, что... И дверь приоткрылась слегка, с скрипом. Я сам удивился, потому что... Кто это сделал? Это я? Чего я выполнил? Я надеюсь, это я начинаю гордиться.
Видно, что после этого не заработал какой-то другой механизм, сообщающий о нашем прибытии. Ну, нет, судя по всему, он сделал это довольно-таки... Но я все равно говорю, я откуда знаю. Я беру обратно пистолет. Так. Приоткрываю эту хрень. Ты свечи фонариком, да? И вы освещаете, как в том же ЖД-депо, лестница, спуск вниз, где-то на метра два вниз, спуск где-то темный коридорчик, лестница, спуск вниз, и дальше уходит куда-то вдаль темное помещение. А там нет, не было плана станции? Где там? Ну, вообще, мы проходили, нигде нет плана. На станции нет плана станции. Ну, даже если здесь что-то и висело подобное, я понимаю, типа пожарный выход, где что-то там показывался, типа того. Если что и было, оно как бы сгнило давно. Нет, это 38-й год. Надо было прихватить с собой Томпсон. Светящиеся. Я поняла. Пожарные планы не обязательно вешать в здании. Хорошо. Ну что, извините. Я думаю, после вас? Я захожу. После вас? Что, получается, ты идешь первый, ты спускаешься второй? Я последний иду. Я последний кину. Ну, я иду вторым, достаю оружие. Первый, второй, третий, четвертый. Я хочу вторым идти. Я ромба пропустил и пошел за ним сразу. Я иду третий. Ну хорошо, я замыкаю шествие. Я не хочу умирать, ребята. Я старый дед. Окей, ромбу спускаешься вперед, за тобой идет Саймон. Ну я Виктор через плечо освещаю, да, в путь вперед. За ним Алекс. Крепко сжимаю нервно палаш, вот так вот рука. Да, и Рональд замыкает эту процессию, хорошо. Ты спускаешься, ну вы все вместе спускаетесь по этой лестнице. Лестница под вами, ну она выглядит ржавой и чахлой, но видно, что к ней присобачены, приделаны относительно свежие доски. То есть кто-то ремонтировал эту лестницу, так или иначе. Видимо, чтобы спускаться было. Ходьбы, пребывания кого-то. Здесь не так пыльно и не так... Я понял, то есть, скорее всего, здесь кто-то явно похаживал. Здесь кто-то, да, за этим помещением, ну не то, что ухаживал, но, по крайней мере, следит за тем, да, чтобы можно было сюда спускаться. Вы спускаетесь в нижнее помещение, освещая перед собой... Нет, здесь чисто. Вы спускаетесь в помещение ниже, которое перед вами предстает. Ну, просторное помещение, но оно загромождено всякими коробками, ящиками какими-то, какими-то стеллажами с всяческими сгнившими вещами на них сверху. Ну, как можно сказать, тоже используется как склад, строительный материал какой-то валяется, какие-то вещи, которые давно уже никто не трогал, какие-то ковры даже, плитка где-то лежит, уже разбитая. И, собственно, вдоль всего этого чудотворства идет прямой коридор, далее вперед, дальше. Чуть дальше вперед, который выводит, видно, далее впереди еще одна дверь, которая выводит очевидно в следующую комнату, пока вы не видите, что находится в той следующей комнате. А в этой комнате мы ничего особо не замечаем, да? То есть, ну, шкафы, стеллажи, ну, беглым вода. Взглядом, беглым взглядом выкидываете, выйдет только вот какой-то старый хлам, какие-то даже граммофоны там стоят, какое-то такое чисто раритетное барахло. Я скрытный выстрел. Скрытный? А вот есть на бунт скрытности? У меня есть. Есть. Давай, узнаем, плюс что ты скрытен. Скрытность плюс два. Хорошо. Ну, стойте, мы можем сделать скрытость общую, если у вас есть. Я думаю, так будет правильно сделать. Давайте общую скрытность. Смотрите, как это делается. У вас есть... Очки скрытности? Нет. Да, очки скрытности есть в любом случае, если кто-то их по себе брал. Не, ну у меня... Как делается групповое вот это вот скрывание, скажем так? Там есть особенное правило на это дело. Сейчас, секунду, я их вспомню, просто я думаю, что групповое скрывание. Скрывание. Давайте вскроемся просто и все. Я ставим записку, что это виноват Орен Ван Шейн. Гениально! Вот он удивится-то. Я не хочу видеть. Я вам... Я не хочу видеть сюда. Он такой, знаешь, выходит просто, видит четыре трупа и напи... записка. Он такой, пум-пум. Классно. О, спасибо. Руки на меня отрезал, пойду соберу. Пойду соберу кого-то. Как раз не хватало. Смотрите, как это дело происходит. Если делаете групповую проверку, у группы становится один лидер, который тратит свои очки на выполнение данного действия, ну, в данном случае скрытности. Все в группе остальные вкидывают по одному очку скрытности своего, которое не добавляется в сумму. Не добавляется? Не добавляется. Они просто тратят, они тратят одну очку, а он тратит сколько он захочет. Но сумма рассчитывается на всех. А если нет? А если у меня нет скрытности? Если нет, во-первых, сложность увеличивается. Вы не скрываетесь. Ну, не намного увеличивается сложность проверки. Давайте. Ну, давайте попробуем. Я могу, давайте попробуем. У меня больше всего выход. Тоже 4. Кто
пусть на ней будет ответственность. У всех есть скрытость, да? У меня нет. У тебя нет скрытости. Значит, сложность слегка увеличится. Вы тратите по одному очку, значит. Я даю очко. Ты ничего не получается не тратишь? Я 4. Ты все 4 скидываешь. Хорошо, давай. Пусть на ней будет ответственность, если мы зайдем не скрытно. 7. 7. Хорошо. Вы пригибаетесь к земле, начинаете как-то осторожненько, Да, начинаете вдоль шкафчиков этих, я так понимаю, идти дальше, к следующей комнате. В комнате, да. Палашом, да. Прикрываю фонарик. Вы подходите к этой самой двери, к дверному проходу, который ведет в следующую комнату, заглядываете внутрь. Глаз дрожит. Заглядываете внутрь, и вы видите, что здесь также нагромождение различных предметов, но проход далее, он немного уже. То есть здесь стеллажи стоят прям вплотную друг к другу. И, таким образом образуется проход в следующую часть помещения. Он ведет куда-то сначала вперед, потом налево, и дальше, видимо, куда-то далее. Вы не видите, что находится именно за предметами, которые лежат на стеллажах, потому что их слишком много. Они друг на друга нагромождены, и не видно. Трудно посмотреть, и темно, плюс фонарь тем более прикрыт. Вы не можете наблюдать, что он именно находится за этими стеллажами, куда это все дело ведет. Но издалека вы слышите... Где-то в отдалении вы слышите звуки, вроде какой-то возни, может быть, даже голос, по крайней мере, так кажется. Но не факт. Причем, и к тому же, шум дождя, который издается сверху, он все-таки создает какую-то эхолокацию, и трудно понять, это именно из этой комнаты, которая вас впереди ждет, или сзади. Плюс еще с потолка капают какие-то капельки воды, где-то протекает потолок. И поэтому в этой вакханале звуков трудно сообразить именно откуда и что именно вы слышите. Идите. 10. Дальше идем, и я слежу. Я так понял, предыдущая закончилась. Глупо, если мы в другое помещение зашли. Хорошо, ты прав, давай, хорошо. 2 очка. Хорошо, давай. 5. Слабо. Окей. Вы двигаетесь дальше по этому узкому коридору. Ром выйдет первым, ты слегка освещая путь фонариком. Да, слегка прикрываю фонарик. Ты, так у тебя бдительность, ты замечаешь, что на полу в этом помещении присутствуют следы потерлости. Здесь есть следы потерлости, по полу такие идут полосы. Будто тащили, да, и где-то присутствуют кровоподтеки, по крайней мере, красная жидкость, но, судя по всему, это действительно кровь, которая протягивается по полу. Она уже старая, давно засохшая, где-то стоптанная, потому что, видимо, не раз здесь человек проходил, но, тем не менее, присутствие есть. Вы двигались по этому коридору, поворачиваете, делаете поворот налево. Мимо вас, кстати, вот все стеллажи проносятся, вы проходите... Кажется, вечность вы идете вперед, на самом деле вы двигаетесь метров 5 вперед, всего лишь поворот направо вас снова идет. Вы между этими стеллажами виляете, проходите все вперед и вперед, и вы замечаете, что где-то далеко за стеллажами, относительно далеко, где-то метров 20 за стеллажами, вы видите просветы. То есть вы начинаете видеть, что там находится какое-то помещение, и в этом помещении есть свет. Вы не видите, что там происходит, просто какой-то... свечение издалека. То есть уже, по сути, фонарик можно вырубить. То есть мы видим. По сути, фонарик тебе помогает двигаться вдоль этих стеллажей. Теоретически ты можешь на ощупь пробраться. Не то, что прям видно. Ты видишь именно вот вдалеке, между стеллажами, где-то в дырочке. То есть это недостаточно свет, который бы позволил идти без фонаря. Да, он не освещает прям ваш путь, тогда, он освещает ту комнату, в которой он светится. Да. Мы движемся в верном направлении. Движитесь дальше. Вы, продвигаясь вперед... Что ты хотел сказать? Ладно, я, в принципе, сейчас скажу без разницы. Я трачу еще одну очко предусмотрительности, перекладываю на время револьвера с правой руки в левую и шарю в том же кармане, в котором он лежал, чтобы проверить, положил ли я туда несколько запасных патронов. Давай сделаем так, давай ты сейчас кинешь кубик, шестерочку. Да, я просто тоже самое хотел предложить. Добавь сразу же много очков? Нет, 2. Ты находишься в кармане еще 4 патрона, которые ты с собой с утра... Зачем ты на работу захватил? Вдруг пациент будет бурный. У меня дурная привычка их таскать в кармане. Да, хорошо. Как боевой трофей, скажем. Не знаю. Хорошо. Да, ты находишь себе еще 4 патрона у себя в кармашке. Вы продвигаетесь по мере продвижения вашего по коридору. Вы все четче и отчетливее слышите... Голоса? Не голоса, а шебуршание в том самом комнате, откуда доносится свет. Кто-то там ходит, видите, как тень промелькнула там в этой комнате, прикрывая собой своим телом освещение вам между этими стеллажами. Кто-то там ходит, снует туда-обратно. Вы слышите звук дождя, который накрапывает. Очевидно, это помещение, в котором вы идете сейчас. Видимо, там
именно верхняя часть, именно само здание, либо отсутствует в принципе, либо там прохудилась крыша, потому что вы отчетливо слышите, как дождь барабанит по полу деревянному сгнившему, и капельки капают время от времени на вас с потолка. Вы все отчетливее начинаете чувствовать с каждым шагом, все отчетливее чувствуете запах именно вот этого вот бальзамирующего средства, которое перемешивается с легким запахом гнили. И подходя все ближе, вы начинаете все отчетливее разбирать голос, доносящийся из этой комнаты. Он ходит и разговаривает сам с собой, произнося какие-то слова, которые вам непонятны. Это не английский, это не греческий. Это не латынь? Это не латынь. И не испанский. Да, это какой-то язык, на котором, который вы еще никогда не слышали. Возможно, драконий. Инфернальный. Хорошо. Ну и в итоге вы подходите, добираетесь до того момента, когда... Голос один. Вы добираетесь до того момента, когда от вас до поворот направо между стеллажами, который выводит, собственно, в эту комнату, остается буквально полтора стеллажа. И вы уже, в принципе, более-менее отчетливо видите, спрятавшись за одним из стеллажей, вы видите, наверное, стоит перед вами несколько рядов коробок, из-за которых выглянув, вы, в принципе, можете осмотреть эту комнату, которая перед вами предстает, прячась в тени. Вы видите эту комнату, она размером, наверное, ну, довольно обширная комната, на удивление. Она, наверное, размером, ну, квадратов 30, наверное, а то и побольше. И в центре этой комнаты, она обставлена вся, там на стенах какая-то плитка, которая где-то с местами свалилась, обвалилась, из-под нее выглядывает какой-то мох и гниль. На полу старые деревянные доски и также плитка местами. Видимо, это человек, который здесь работает, он ремонтировал, видимо, эту комнату, стараясь поддерживать в ней какое-то рабочее состояние. Стоят какие-то шкафы железные, в которых стоят какие-то мензурки с какими-то колбочками. И давайте, киньте сейчас мне все по шестерке, пожалуйста. Добавлять? Не меньше? Не, ничего добавлять не надо, просто... Шесть! Шесть, один. Один. Саша, я забираю у тебя кровавые кубики. У нас стол шестерок, у вас стол единичек. Я забираю твои кровавые кубики. Так как вы шли последние несколько метров без фонарика. Я бы не туда. Да. Подходя к этому месту, где свет уже освещает более-менее место, где вы находитесь, и что вы можете обозревать все, что вокруг нас вас находит, вы вдвоем, внезапно для себя, осознаете, что вы стоите рядом с огромными колбами, ну, мензурами такими большими. И когда человек этот проходит мимо фонаря, который свисает с потолка, там такая лампочка висит на проводе, он проходит ее, буквально тень падает на секунду на вас и на этот предмет, который рядом с вами находится. И он когда отходит, этот предмет освещается, и вы видите, что это огромная мензура, в которой плавает человеческая голова, которая уже наполовину разложилась, глаз у нее болтается на соплях, буквально на одной ноздре, на ноздре отсутствует челюсть, наполовину голена. Ты видела подобное дерьмо, поэтому тебя особо сильно это не шокировало. Ты как врач тоже, в принципе, это видел. Как бы, да. Но тем не менее, это было довольно внезапно для вас обоих, поэтому давайте по одному пункту самообладания все-таки снимем с вас. Я просто держу себя в руках. И вы замечаете, что вокруг вас все эти коробки, что стоят, и все эти предметы, которые у вас на этих стеллажах находятся, это по большей части все. Мензуры, колбы, аквариумы с плавающими в них человеческими частями различными. Ноги, руки, торсы, где-то органы, головы в основном плавают, отрубленные пальцы. Я закрываю рот, его подруга, чтобы не охереть, блевнуть и не заорать одновременно. После этого, помнишь, слегка придя в себя, вы смотрите внимательно на саму комнату. И помимо вот этих всех железных столов, которые здесь... Она выглядит как некого рода морг, потому что там стоят эти железные столы, на которых осматривают тела. Одновременно морг и одновременно мясницкая лавка, потому как в дальней части комнаты висят крюки. Крюки, на которых болтаются также не так давно освежеванные человеческие тела. У кого-то отсутствует голова, у кого-то отсутствует рука, нога, с них еще некоторые капает до сих пор кровь, некоторые уже полностью обескровлены, просто болтаются. И в самом центре этого помещения, во-первых, вы видите... с другого угла комнаты, то есть если с одной стороны комнаты вы видели эти крюки, с другой стороны комнаты вы видите тот самый монолит, который ты видел на фотографии. Он стоит к вам боком, не видно, что на нем что-то изображено или что, он стоит к вам боком, но ты видишь, что он размером где-то в полметра и в длиной в один метр.
На столах, которые рядом с ним стоят, стоят какие-то мензурки с бурлящей жидкостью, что-то там готовится. И в самом центре этого кабинета, если могу так назвать, стоит огромный стол. Огромный стол с накрытой какой-то грязно-красной простыней. И вы видите, что он накрыт прямо горкой вот так. То есть это не просто какой-то стол, накрытый простыней. Он накрыт, на нем что-то лежит, и это что-то довольно большого размера и накрыто этой простыней. И проходя мимо этой простыни, этот человек, что-то говоря себе, бурча под нос, задевает край простыни, и видите, как из-под нее вываливается рука так. И болтается. Просто человеческая рука. Просто человеческая рука. Я закрываю глаза. И не смотрю. Хорошо. Ваши возможные действия. Я хочу выстрелить этому типу по ногам. Хорошо, давай. Я плачу. То есть ты собираешься атаковать прямо сейчас? Я вот этого человека, который там ходит, да, хочу атаковать, но хочу там, ну, по колени прострелить, чтобы он не смог. Хорошо. В таком случае действуем так. Параллельные действия. Да. Как только я вижу, что Ромба поднимает, ну, направляет на человека один пистолет, стреляет, я хочу использовать маскировку и попытаться слиться с мензурками. Просто, как будто меня нет. Повеситься на крючок такой. Как будто меня нет. Я могу, ну это скрытность или маскировка, да, скрытность, я не маскировка. Знаю. Ну там если есть маскировка, то... У меня есть маскировка, есть скрытность. Ну если... Выбирай. А что значит маскировка? Замаскироваться под стеллажи, а скрытно... Ну, скрытность, да. Это скрыться в стеллажах? Ну типа того, кстати, по слову, по сути так и есть. То есть ты можешь замаскироваться, это, ну ты используешь местность для того, чтобы... Да, да, я 4 очка маскировки голову использую. Засовываешь голову в мензуку, я не знаю. 4 маскировки. Хорошо. 8. Хорошо. Происходит следующее. Во-первых, когда мы вашу общую скрытность проверяли... Ладно. Когда мы вашу общую скрытность проверяли... Я вообще ничего не успеваю все равно делать. Вы, как все дело происходит? Вы подходите к этому краю этого стеллажа, который выводит вас в эту большую общую комнату. Да. Рома готовит пистолет, чтобы... Ну, целиться, значит, да. Наводит пистолет на этого человека. Он ходит... Вы видите, что человек ходит в каком-то... Он на нем этот самый... Фартук. Фартук, да, который заляпан черной жидкостью, уже даже не крови, а именно вот какой-то черно-красная с потеками жидкостью. Какая-то белая рубашка, которая уже давно не белая, она вся грязная, он закатал себе рукава вот так вот под локти. И штаны, обычные брюки, штаны. Он уходит, что-то бурчит себе под нос туда-обратно, не обращая ни на что внимания. Ромба подходит к углу стеллажа, готовится выстрелить. Виктор, ну ты, допустим, ты залазишь под стеллаж. Да, я максимально... Забиваешься по стеллаж, прячешься между мензурками, которые прямо перед твоим лицом проплывает очередная человеческая голова, крепко. Которая смотрит на тебя своим уже, знаешь, замутненным глазом, зрачком одним. Подмигивает тебе. Это одна из дам, которая... Ты... Ну, я иду в самом хвосте. Когда мы скидали скрытность, ты, помню, у тебя выкинул плохое что-то, да? А мы общие. А, у тебя не было скрытности, да. У нас общая скрытность была. Поэтому, когда вы проходили мимо одной из мензурок, ты случайно задел ее локтем, и она начала падать. Но Алекс, так как шла чуть спереди тебя, она услышала, ты вовремя ее подхватила. Но этого было достаточно. Вы видите, как этот человек остановился? И начал поворачиваться. Давай, покидай пробивание. В голову. Я что-нибудь включу поживее. Ну ты уже в ногу стреляешь. Я? Ты правильно, ты в ногу стреляешь. Я трачу 4 очка выстрела. Да все трай. 8 и ничего не кидай. У меня 12. 12 трать. Хочу задеть мочку его уха. Давай. Я ему стреляю прям. Куда именно в ногу? В колено. Хорош. Давай сначала попадание. Так, давай. Давай так, чтобы вот. Сколько трать, говори? 5 трач. 5 трач. Чтобы на всякий случай его коленная чашечка не убежала куда-то. А можно, пока не поднимаешь? Мы увидели в комнате какие-то скелеты, растения? Нет, есть ли скелеты, растения? Только разрубленные трупы. Стреляй, Ромба! Только разрубленные трупы, если ты про это. 7. Окей. Хорошо. Попал. Давай теперь урон. Что я кидаю? Просто вот эту? Хотя трупы могут собраться в одного человека. Да. Одну штучку. Я буду убегать. Я поверил в тебя. Один. Ну я в коленную часть. Вы видите, как Ромба выскакивает из-за своего укрытия и
стреляет в этого человека, он не успевает обернуться, и видите, как пуля попадает ему в ногу. У него брызжет кровь из ноги. Он оступается, пригибается на одну ногу. Но тем не менее он оборачивается на вас, и видите, что это мужчина, у него недельная, наверное, небритость на лице, волосы зарезаны назад и прядок свисает. Видимо, он пользуется этой помадкой, как это раньше было принято богатых людей. Он пользуется помадкой для волос, но, видимо, не так давно ей не пользовался, видимо, он здесь давно торчит, потому что у него волосы уже больше замаслены, засалены, нежели... А он похож на ту женщину из дома? На женщину? Да. Да, он похож. И очертаниями своими он похож на того человека. На подбородком, по крайней мере, который был выглядел на фотографии, он похож на того человека с фотографии. И сейчас мы с вами делаем инициативу! А можно я буду кидать другой кубик, потому что на этом 6 выпадает? А я хочу один. Ты можешь сказать, что ты хочешь какое-нибудь выполнить действие, тогда ты уйдешь в конец очереди. Я 2 выкинул уже. 4. Сейчас, подождите, я запишу, значит, ромбо 4. И у меня вопрос два. По помещению. Ну, просто чисто шестерку кидаю. Да, тут только шестерка. 5. 5. 2. Два. Мы перекидываем? Или да, решаем? Вы как-то либо пойдете сами. Да, хорошо, значит. Потому что я спрятался, я не буду. Хорошо. Ходить. Вообще. Значит так. Хотел спросить, стеллажи. Они на стены опираются или не просто стоят? Они просто стоят. То есть их можно уронить? Да, технически не вовнутрь комнаты можно уронить. Единственное, что на них нагромождение предметов всяких, поэтому понадобится проверкать какой-нибудь атлетик. Ну да, не спорю. Но то есть их при желании можно уронить туда вместе с колбами, все это раздолбать. Да, да. Потому что... А там большое помещение? Я-то знаю почему. Само... А вам я не 30 квадратов, это дофига. Да. Это как бы... Нормально. 5 на 3 метра. Итак. Нет, это 15. А 30 это... 6 на 5 метров, ну, по сути, комната немаленькая. Здесь я тебе не объяснял, как битва происходит. Здесь не как в ДНД, здесь нет такого, что у тебя есть одно действие, бонусное действие, там просто и перемещение. Ты просто говоришь, что ты делаешь, и делаешь, да. Но по сути прокидывается только атака. Или проверки какие-нибудь. Ты объяснял, да, в принципе, я это помню. Да все чисто. Так, у меня получается, я начинаю. Вот так. Что я вижу вообще на поле боя, что называется? Ну, начнем с того, что ты стоишь... Он последним шел. Стоишь последним. Перед тобой три человека. Он только видел, я за это спрашиваю. Перед собой ты видишь троих ребят. Ну, Саймон спрятался. Виктор спрятался, поэтому ты видишь перед собой Алекс и Ромбо, которые стреляют только что в этого человека. Видишь, справа от тебя стоит стеллаж, слева от тебя стоит стеллаж. И, собственно, вот тебе и все. Но правый стеллаж, который между вами стоит, его будет сложно прокинуть, который справа от вас, потому что он частью своей облокачивается на стену. Ну, вот я про это спрашивал. Да, левый можно, да? Левый, ну, по сути, да. По сути, он... я спрашивал про тот, который я могу прокинуть в комнату. В комнату? Это будет... Самый крайний? Да. По сути, из-за которого ромба выпили, да. Застрелит. Окей. Так. Сложный выбор. Ну, вообще... Беги! Что? Беги! Простой выбор. Вообще, на самом деле, моя мысль такая. Я, поскольку не понимаю, в кого стреляю, ну, так, по-честному, я не понимаю, в кого стреляет ромба, я не вижу там никого, уже там целая толпа народу. Вот. Я, в общем-то, хотел вообще толкнуть стеллаж, который толкается, чтобы создать, ну, какой-то шум, там, панику, какую-нибудь жесть. Хорошее дело. Дезориентировать просто окружающих. Ломай все. Поэтому я вкладываю в это, у меня есть, слава богу, атлетика. Я вкладываю в это аж 4 атлетики. И со всей дури просто толкаю ближайший стеллаж в сторону. Давай. Вот, стараясь по возможности, чтобы он никак не свалился на моих компаньонов. Они в безопасности. Да, если будешь толкать его вперед, конечно. Ну, я толкаю его вперед. От вас, то, конечно. О, вот себя. Да. 9. Да, ты накидываешься прямо, стоя за Алекс, ты накидываешься на этот стеллаж. Ты, кстати, прятался под ним. Ну нет, я не за самым крайним прятался, я шел в любом случае за ромб. Я шел вот за тот, который опирался на стену, получается, перед. А, хорошо. Ты накидываешься на этот стеллаж, как будто это самый твой худший враг в жизни. Начинаешь шатать его и в конце концов толкаешь его вперед. Все колбы, которые на нем стояли, все предметы начинают трястись и рушатся просто на землю, просто со звоном, с скрипом.
и бьются все эти мензурки, колбы, из них вываливаются эти головы, руки и ноги разваливаются, раскатываются, скользят по полу, раскатываются по... Да, запах наимерзший ударяет сразу в нос, вот эта кисло-сладкая гадость, и плюс еще запах гнили, который разносится от тел. Какие-то головы и части тел, которые падают на землю, они просто с них сползает часть мяса и кожи, которая на них просто уже превратилась в слизь. И стеллаж, тем не менее, пал, действительно, он падает со звуком перед тобой, по полу растекается эта жидкость. Добился того, чего хотел. Ну, в принципе, все, значит, я так понимаю, мое действие закончено, поэтому я беру револьвер на изготовку и оглядываю, собственно, в кого стрелять и что происходит, потому что я пока не вижу никого. Хорошо. Закрываю мой револьвер. Убиваю его. По коленям стреляем? Стреляй. По коленям. По коленям. Дай. Стреляй. А по коленям можно убить человека? Это просто болевого между делом. Болевого шута загнуться умом. Я с двух стреляю. Mm-hmm. Добавляю к одному один и ко второму один. Давай. 6 и 4. Mm-hmm. Ты выпускаешь из одного пистолета 2 патрона, из другого пистолета 1 патрон. И один. Твой выстрел попадает прямиком в плечо этого человека, он падает на спину. А мне урон кидай. Урон кидай. Один только. Да, один попал. Нихера себе. Минус плечо. Ты простреливаешь ему плечо, ты видишь, как у него а просто отрывается, выходит сустав, и прям ты видишь, как кость у него выдирается из плеча, и рука просто обвисает на остатке кожи и болтается у него на плече, он падает на землю, кровь хлыщет отсюда из вены. Я вижу родные картины, и меня немного перестает флешбеки. Дергаться глаз, я типа, ух, все нормально. Окей, следующим уходит как раз таки он. Ты видишь, как он падает на землю, хватается себя за руку. Поднимается, смотрит на вас, видит, что вы из-за стены на него выглядываете, как бы, 4 лица. Я нет. Надо прям 4 лица. Вы видите, как он поднимается на одном локте, произносит что-то на, опять-таки, непонятном языке. Хальсикитатия! И вы видите, как знаете, как глич-эффект. Он начинает ребеть, он на ваших глазах, единственный человек в комнате, начинает ребеть, и он исчезает из вашего поля зрения. Ка! Кто у нас там последний шел? Ты! Я последний. Ты слышишь сзади себя. И тебе в спину втыкается хирургический нож. Ох ты! Втыкается. У меня защита 4. У него он блядь, чувствую боль. Он наносит тебе 3 урона, 3 хп к 7. Вы видите, вы слышите, вернее, как говорим, сзади Рональд. Вы поворачиваетесь, видите, как сзади этот человек. Я говорю, что он сзади? Ну, как бы... Бля, он сзади! Ну, как бы, блин... Он вытыкает из себя, вытыкает из тебя свой нож и... Снова исчезает. Я что-то много бонусных действий. Бонусные действия. Это легенда, это, по-моему, легенда. Скажите спасибо, что никого за лицо не укусил еще. Это было прикольно. Возможно, мы ему принесли те самые нехватающие части. И вы видите, как он появляется в дальней части комнаты, где вот болтаются крюки. Причем прямо между ними появляются, они со звоном начинают болтаться на месте. Твой ход. Стол, который стоит посередине с телами. Да. Он накрыт простынёй, и она вздымается прямо вверх небольшой горкой. И стол сам по себе довольно большой. Он не просто какой-нибудь столовый стол или прям хирургический. Если это хирургический стол, то это 4 хирургических стола, собранные вместе. Угу. Так, я могу проанализировать? Здесь есть анализ вообще? Ну, смотри, что хочешь сделать. Я хочу проанализировать, как бы это просто останки. Они под простыней, не ясно. Ну, единственное, что рука болтается из-под простыни. Хорошо. Я использую предусмотрительность и беру из дома зажигалку. Так. На всякий случай. Хорошо. Пытаюсь поджечь просто. Вот. Просто. На нее сначала надо дойти, чтобы ее поджечь. Ты бежишь вперед? Нет. Александр отыгрывает морковку, мне кажется. Там просто мясо, кровь, лица валяются. У меня зажигалка. Она такая подошла, такая тик-тик-тик.
Не, хорошо, а жидкость, она воспламеняемая? Я вот не знаю, кстати. Формалин горит? Формалин нет. В том и фишка бальзамирования, что он никакую реакцию с кислородом не вступает и поэтому не окисляет. Ладно, давайте тем тогда более, я... извините, перебил в сотый раз. Там же не факт, что формалин такого не использовался в те времена, я как бы назвал общий, правда. Да, и что горит. Другой бальзамирующий состав, поэтому невозможно сказать, что это оккультизм. Хорошо, пока я продумываю свои следующие действия, я просто стреляю. Стреляешь? Стреляю. А у меня есть оружие? Да, конечно. А, да. Ёптак, последний! Один ты с палашом! Эпизод узнал, что я один здесь лох! Поэтому я маскируюсь. У Ромба забери один пистолет. Зачем мы на пистолет? Я палаш забрал, парень. Ну, я могу взять палаш, а, если что-то я за минимум насилие. Да, я... Это человек? Да, я стреляю точно. Трачу 3 очка стрельбу. Да, давай. Я специально себе ни стрельбу, ни фехтование ничего не делал, потому что... У меня 8. 8? Попало. А куда ты стреляешь? Я стреляю, ну, не знаю, давайте ладно, включиться. Давай. Ого. Больно, наверное, да? А он... Не очень больно. Один. Один. Окей. Он стоит нормально? А, вы видите, как Алекс взводит пистолет, взяв зачем-то в руки зажигалку, она кричит ее обратно, взводит пистолет и... Специальным выстрелом стреляет в этого человека, но твой выстрел проходит ему по боку, слегка царапывая его только. Там как бы открывается рана, но совсем легкая. Не принимает всякого-то особого вреда. И теперь... Виктор. Так как он меня еще не видит и не видел, увидев, что он сзади полоснул товарища, я, получается, по сути, между всеми стою. Да. Сзади меня... Рональд, а впереди как раз адрес. Ну, по сути, Рональд, чтобы столкнуть вперед стеллаж, ему нужно было тебя обойти, потому, наверное, спереди все-таки. То есть, по сути... По сути, ты позади всех. То есть, он появлялся... Я хочу остаться так же, там же. Но только если он опять так же сзади появится... Ну, тут такого нет, да, типа, реакции, чтобы я... Ну, типа, засада такая. Да есть, скорее всего, потому что... Только он появится, я все-таки полосну его. Палашом. Ну, давай так. Полоснул палашом. Я могу заранее кинуть попадание. Можешь реакцию какую-нибудь. Нет, нет. Давай так. Нет, ты, я так, если последний. Нельзя, то нет. Давай. Ты можешь сделать, заготовить это действие. Как там есть правило, указывается, что если ты хочешь сделать какое-то определенное действие. Да, вот ты, именно ты если хочешь, он опять так же телепортируется, потому что он, по сути, передо мной появился, да, воткнул нож ты и исчез. Ты конец очереди, и там начнет действие. Ну, так как ты так в конце очереди, поэтому будешь считать, что ты будешь в конце следующей. Я прячусь. За стеллажом. Рональд. Я его вижу. Да. Сейчас его видит. Ну, в конце концов. Можно предположить, что он отложил ход, пока перед ним не появится. Мы уже все решили. Типа у него появится свой ход. Я вижу. Ну, я так понял, одно плечо у него не функционирует. У него рука болтается буквально на куске кожи. Понятно. Второе у него нож, я так понимаю. Ну, я пытаюсь попасть ему в руку, в которую он держит нож, чтобы его уже окончательно обезвредить. Оружие у меня сразу в руках, как бы. Давай, но здесь будет чуть больше, побольше сложности, потому что ты прицельно стреляешься. Ну да, я целюсь, вспоминаю. А у тебя есть стрельба, атака, можно добавить? Да, ты можешь добавлять. Окей, я добавлю. Это атака? У меня стрельба есть. Это стрельба. А атака это что? Типа атака, это атака, это ручная рукопашка, по-моему, атака. Вот, да, стрельба у меня есть, и я добавляю, пожалуй, я прям прицеливаюсь, прямо вспоминаю буквально все, чему меня в свое время учили. Вот, и добавляю ваш 3 очка стрельбы. 9. То есть, сейчас, секунду, драка это руками, фехтование это уже вот эта вот вся фигня. Сам, да. Все, ты... Попал, безусловно. Давай урон. Ну, пусть будет. Я прям, ну, я, конечно, не офигенный снайпер, чтобы целиться ему прямо в кисть, которую он держит нож. Ну, допустим, я стрелял ему тоже в плечо, например. Давай. Еще другое. Хорошо. 4. Чудно. Вы видите, как Рональд, ты был абсолютно, прости. Взводит тоже пистолет, выглядывает за угла и стреляет в этого человека. Пуля пробивает действительно ему плечо. Он выроняет свой нож, который отлетает куда-то в заднюю часть комнаты. И со звоном падает на плитку, которая покрыта пустыми сгустками красной запекшейся крови. И
все, собственно. Я могу так, ну, закончить как бы свое действие. Я кричу ему: Ланшейн, сдавайся, твоя игра окончена. Мы сохраним тебе жизнь, если ты не будешь ничего предпринимать. Ты видишь, как его взгляд устремляется прямо на тебя, ты видишь его в глазах прям явную злобу, и он смотрит на тебя, перебегая глазами от тебя на Ромбо и на большую кучу вот этого вот под тел под простыней на столе. И сейчас сход Ромбо. Я, увидев то, что он делает вот эту всю сатану, я понимаю, что скорее всего, просто так его лучше не брать и лучше убивать его окончательно. Я вспоминаю уроки стрельбы, на которых меня учили убивать людей, типа, целюсь примерно в ареал, где у него грудная клетка и голова. В общем, стреляю по жизненно важным органам. С двух рук плюс один ко всему. Пять, семь. Ну... Опять же, только один твой выстрел достигает выбранной цели. Ты стреляешь прицельно. Так, прицельно, ты конкретно нацелился. Ты стреляешь. Пять! Да, ты пять, молодец. Ты молодец. Ты стреляешь двух рук. И один патрон проносится у него прямо над ухом. Отрывая ему мочку уха. А второй попадает ему прямиком в грудь. Прейсом! Урон. Я подам в гагскую урон, эту урон. Коллегию по защите прав игроков. Урон. Игроков. Вон урон. В ДНД. Урон. Это все равно не ДНД. ДНД. Шесть. Я все-таки, может быть, я... Шесть? Да. Уф. Ты видишь, как твой выстрел прям пробивает его грудную клетку насквозь. Ты видишь, как он начинает кашлять кровью. Падает на пол. У него изо рта льется кровь прямо на плитку, он отхаркивается кровью, облокачиваясь на одну свою раненую руку, которая еле его держит, он падает прямо лицом на пол. И продолжает кашлять кровью, но он еще жив. А мочка у... Мочка уха лежит, покоится на полу. И как раз его уход. Ты видишь, как он с последних сил поднимает свое лицо вверх. У него кровь стекает густыми сгустками, стекает у него по лицу, капая на землю, прям проливаясь, прям в лужи уже по нему расплывается, из груди течет кровь, из оторванной руки прям брызжет. Он поднимается, с трудом подползает к крайнему к нему столу, хватает с него какой-то шприц и с размахом втыкает его в эту кучу тела в простынку. Я прошу прощения, чем оно выхватывает? Раненой рукой. У него плечо разбито, но тем не менее он его хватает. Вот. Ну ты ж... Так будет неинтересно, мы его просто слишком быстро закрыли. Не, ну хорошо, хорошо, ладно. Там не так много урона было, что... Хорошо, да. И с этим сделан, он падает на землю. И видите, как он замирает, скорчившись. Более не двигается. Нет. Но! Что же произошло? Во-первых, давайте так сделаем. Ты... Делаешь проверку самообладания, потому что при тебе убили человека. Пять. Ты... Тебе эта ситуация далеко не радует. Я толком ты не видел. Ты перечеркнулся на сторону насильника. Но все-таки... Нет. Все-таки да, ты понимаешь, что это во имя блага все произошло, и это так нужно было поступить. Поэтому да, ты себя держишь в руках. Но... В этот момент... Вот эта куча тел встает. Вы видите, как простыня начинает слегка подрагивать. Я смотрю на зажигалку, такая думаю. Сука. Постоянно начинает подрагивать, и вы видите, как эта рука, которая болталась все это время вниз, она начинает... Она с хрустом начинает двигаться, подрагивать. Затем она медленно-медленно заходит, засовывается обратно под эту простыню, и вы видите, как эта простыня начинает подниматься вверх. Она поднимается на полметра, на метр в воздух, вы видите, как... Она уже поднимается над столом. И вы видите, как под этой простыней руки, ноги, какие-то части тела, свисающие вниз, опираются на этот стол, на котором отсюда располагается. Оно поднимается все выше и выше, и вы видите, как простыня спадает с этого организма. И вы видите перед собой
Нагромождение различных частей тел, куски мяса, куски какие-то лица, руки, ноги, все это вместе сшитое, аккуратно разрезанное, прям хирургически правильно разрезанное по местам суставов, и, но тем не менее, все это вместе сшитое какими-то подгнившими нитками. Это все кровоточит, где-то какая-то сукровица выступает, где-то капает гной даже с этого дела. И у этой кучи мяса, которая поднялась сейчас на огромном количестве рук и ног, у них в него с разных частей этого организма начинает разрываться кожа, и оттуда выходит, освобождаются лица. 6 голов с разных сторон тела начинают вылазить наружу, как в чужих из груди. Они вылазят, вы видите, что это, ну, человеческие головы, которые насажены на чьи-то руки, чьи-то предплечья, чьи-то ноги. И вот это вот... Вот эта вот субстанция начинает из этой кучи мяса выдвигаться наверх, выдвигаться на, наверное, 1-1.5-2 вверх в воздух. Вы видите, как это с кучи мяса выдвигается 6 голов. Они поднимаются все, лампа начинает нервно мигать, потому что эта штука бьется головой о потолок, бьет головами о потолок, бьется головами о ту самую лампу, она начинает подрагивать и мигать, эта лампа, свет время от времени исчезает. И в свете мигающей лампы вы видите, что эти лица, это человеческие лица. Они уже наполовину прогнившие, там где-то куски волос свисают с этих полуоголенных черепов, куски мяса где-то висят, у кого-то щека разодрана. И вы видите, как эти лица начинают, открывают рты все одновременно. Из этих ртов начинает наружу вылезать вторая челюсть. И в этот раз эта челюсть уже более похожа на челюсть животного. Она выдвигается вперед на сантиметров 15-20, раскрывается, и изо рта человеческого появляется рот. Явно не человеческий, скорее собачий, вы это понимаете. И вот эта тварь всеми 6 головами поворачивается в вашу сторону. Мы снова кидаем инициативу. Может, пока она это все делала, мы будем на нее стрелять? Хороший план, кстати. Я добавляю 3 очка к бегству. 1. 2. 3. 4. Профессор. Да, я, у меня есть план уже. Я счастлив. Ну окей, пускай будет так. Что я не псих, а это все правда. Ну, во-первых. Самообладание? Бумга. Вы потеряли весь рассудок? Нет, это даже уже не самообладание. Это сейчас, это новое откровение. Ну, я догадывалась, как бы. Я что знал. Но у нас есть человек, который изучал мифов и Ктулху. Поэтому ты рассудок не теряешь, теряешь самообладание. А вот остальные... Fuck yeah! Смотри, давай я потрачу 2 очка оккультизма, чтобы понять, что это еще такое, и потрачу... Это понятно, это ссыла. Да? Ссыла же с 6 головами собачьими головами. Я, кстати, с 9. С 6. Я гуглил 6. Так, а после травяной херни я не готова? Ты готова умереть. Итак. Я теряю самообладание. Все теряют. Ну. Но они рассудок. Так, кто что теряет? Давай. Начнем с малого. Все теряют сейчас разом 8 самообладания. А я без разницы. Просто самообладание. Просто. А если у меня минус 12 дальше что? Я скажу, что сейчас будет с тобой. У меня минус 4. Минус 1. А, минус 2. Учитывая, что это был свеж. Ну. Вчера. А у меня 12 самообладания было. Ну я реально хорошо прокидывал, и ну, поэтому не терял. Так, у кого сколько сейчас самообладания, давайте ставим? У меня минус 4. Минус 4? Ундос. Вот у тебя 2. Так же, как у Алекс было. Ты. Не можешь раскладывать пункты человеческих тел. Ты начинаешь, ну, ты начинаешь нервничать сильно, и ты не можешь раскладывать пункты с запасом исследовательских способностей. И для тебя сложность применения любых общих способностей повышается на 1. У кого сколько у тебя? Минус 2. Ну, у тебя то же самое. То же самое. Минус 13. Умерла. У тебя? Минус 14. Умерла. Сыла, 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 сыла. Они начинают целовать те лица. Ну, по сути, так и происходит. Ну, как есть, вы видите, как Алекс просто
падает на пол, истекая истерическим собакам смехом. В истерическом смехе. И начинает дико смеяться, бить себя в лицо кулаками. И забивается в угол под стеллажи и сидит, смеется, продолжает смеяться истерично там. Ты на мгновение почувствовала, что у тебя... Ты почувствовал дикий истерический страх, дикий ужас, который опустился на тебя на эту секунду. Почувствовал, что твое сознание покидает тебя на мгновение. Но внезапно... Как будто что-то внутри тебя сжало тебе твои яйца в кулак. Ты слышишь истеричный смех Александры. Чувствую сжимание яиц в кулаке. Чувствую сжимание яиц. Это не я. И ты восстанавливаешь себе сейчас половину самолета. А так можно? Я потом объясню, почему. Не, хорошо, это круто. Я рад. А половину это сколько? Ну, минус 14, минус 7 у тебя остается. В смысле, от минуса я восстанавливаю? Или от своего основного состояния? До минуса. Ты восстанавливаешь половину потерянного, то есть ты 4 восстанавливаешь. Потерянного в этот момент? А, 4, у тебя минус 10 тогда. Но тем не менее. Ну ты хотя бы не ржешь под стеллажом. Ну да. Я объясню. Но я сейчас начну ржать с хусюля по рассудку под стеллажом, честно. Подожди, ты еще не все, да? Я просто сейчас хочу найти, где, что происходит в минус 10. А вот оно. А рассудок никто не теряет? Сейчас, все будет. Сейчас, все будет. Хорошо, я понял. Один я в порядке. Не, ну я как бы... Я, к сожалению, буду вынужден... Бежать, отступать. Сейчас ты можешь... В общем, и ты приобретаешь такой же примерно психоз, как у Вэдди. У тебя будет какая-то фобия со временем. Но это потом, когда мы придем еще позже. Но сейчас список твоих действий, которые ты можешь предпринять, очень ограничен. Ты можешь либо панически бежать, либо стремительно нападать на все, что движется. А я могу... Не заботиться о своем здоровье. Я могу просто упасть в обморок, типа, до этого всего говна. Потерять сознание. Да? Ну, я потерял сознание, короче, до этого всего говна, потому что, мне кажется... Он потерял, вернул 4 и потерял сознание. Ну, типа, да, я обратно... Ну, окей, в таком случае вы наблюдаете, как Алекс забивается под стеллаж и начинает дико смеяться, истерично бить. Причем начинает бить себе в лицо, у него носа как брызжет кровь, губы разбиты. А Ромбо, стоя на месте, прям обникает, падает без сознания. Формалин. Лицом в одной из голов, которая вывалилась на землю. Надеюсь, я буду стареть медленнее. Я хожу. Вы стоите двое напротив этого существа, которое смотрит на вас. Да, ты сидишь. Я прячусь под стеллажом. Значит, ты один стоишь. Я просто сжимаю его. Сейчас ходит, собственно... А, ну да, Виктор так ходит. Виктор. Профессор, если у вас есть какие-нибудь идеи, самое время их озвучить. А где мой ствол? А чё? Ты выразил, тебе слишком сильный потерял сознание. Рассудок какой счастье теряет. А, рассудок, ребята, точно! Спасибо, рассудок! Я не теряю рассудок. -3. Минус 3, хорошо. А я в обморок, я все. Ну, ты потерял обморок, да, ты упал в обморок раньше. Ну, как бы. Я еще в рассудке. У меня сколько? Один. Один, хорошо, ты в порядке. Ну, ты потерял сознание. Я ничего не теряю. Ударилась больно головой о стеллаж. Я думаю, начал отыгрывать. Ладно, я тебе даю возможность, ты будешь в неадекватном состоянии, поэтому должна делать неадекватные вещи. Да. В свой черед. Она по жизни такая. Окей, Виктор. Я мечусь. У меня в глазах паника, я смотрю на Ромба, на Рональда, который просто с расширенными глазами смотрит в комнату. У Адри пистолет остался в руках. Ну, она сейчас бьет им все по голове. Роба, по большому счету, упал на пол, и я раскидал в сторону пистолета. Ну,
ты... Типа у меня, чтобы вы понимали, у меня места, в которых были пистолеты, у меня два магазина, да, к... Да, плевать на твои магазины, вот этому, я не понимаю ни хрена в пистолетах. Не, я ничего, я тебе просто говорю, что ты видишь, когда я вижу. Можно использовать... мифологию Ктулху и попробовать вспомнить, как убить это говно. Ну, есть ли какие-то шансы вообще убить? Ну, опять же, вспоминая, ты сравниваешь с историей Одиссея, которую ты прочитал, да. Сравнивая с мифологией Ктулху, там было упомянуто Сцилла, ритуал ее призыва, и ты вспоминаешь, что действительно так уже существовали, судя по некроменным иконам, что ты читал, что происходили моменты, когда вызывали Сциллу, да, вызывали Харибду даже, что приводило к вообще к апокалипсису, уничтожению городов, целых поселений, да. И сейчас происходит именно то же самое. Но когда некоторые были инциденты, когда удавалось остановить это вовремя. И как описывалось в книге, это исполнялось уничтожением голов Сциллы, как это понятно. Но также возможно было это остановить, все это остановить уничтожением одного единственного артефакта. Оно такого, к сожалению, не было сказано. Потому что в каждом ритуале каждый раз применялся разный артефакт. Я без сознания дергаюсь, я что-то понял. Бессознательное положение. И узнать, какой артефакт я должен как человек. Да. Как сыщик. Не так слишком самообладательный. Давай, Виктор. Одного артефакта. Делись. Ну, блядь, у меня одна мысль по артефакту. У меня это единственный палаш, который новый сделан. Больше артефактов вокруг и в комнате. Картина, но это... Картина? Там не было картины. Ну, в помещении ничего, да, связанного, ну, с чем-то не видим. Нет, я не прошу подсказки. Помещение из древних, редких вещей, это, ну, во-первых, ты видишь, что в дальней части комнаты есть еще один такой же палаш, как у вас. Ну да. Но он выглядит более древним все-таки. Ну и да, это есть, ты говорил, монолит. Что это... Красный. Я подхожу к Адре. Я слышал, что Адре выпустила два патрона, да? При выстреле. Подхожу к Адре, врываю в него пистолет, даю ей леща. Кину на урон. Не, даешь леща, да? Да, я даю леща. Ну, я пытаюсь успокоить или что-то такое сделать. Инсулин ХП так или иначе, потому что. Да? Ну, я не... Ну, она просто дергается, там сложно было дать леща нежно. Ну, я и не пытался нежно, да, просто привести в чувство. Ну, это ничего не приводит. Она просто истерично отшатывается от тебя и продолжает орать. Пускай слюни. Ну, я... Бросаюсь к монолиту. Это тот монолит, на котором я видел изображение Одиссея с... Да, все собственно, верно. Вот это вся хрень. Ну, собственно, когда ты выбегаешь из своего укрытия, подбегаешь ближе к монолиту, ты замечаешь, что на нем действительно... Это огромный красный, да, полупрозрачный камень. А да. На нем выгравирована сама, собственно, вот эта картина битвы Одиссея красным, с... Красным, да. Да-да. Чудовище с шестью головами. Все верно. И корабль на носу человека с палашом. Да. В греческом шлеме. Я, собственно... А два действия я не... Ну, неважно. Я... А он как, просто на земле стоит? Или на постаменте? Или... Он стоит как... на таких... На каком-то... Он, там ящик под ним стоит, который заложен сеном. И он сверху вот ящик на громождении. На ящик. Да. Но он тяжелый. Он массивный, да, массивный. Я стреляю. В камень. Одним. Ну и если есть еще варик, то я пытаюсь со всей силы, ну, собственно, у меня пистолет в левый. Значит, одно. Я бью палашом. Просто почему бы и нет? Хорошо, ну давай. Со всей силы просто. Я могу кинуть урон
Ну, попал в любом случае, давай. Ну да, пока мне это, я думаю, он не ворачивался. Он не ворачивался. Давай, давай попробуем урон, хорошо. Ну я ничего не добавляю, все равно никому никуда никогда. Давай, давай, мой сладкий. Иди нахер. Два. Ну ты видишь, что твой палаш просто тупо стукает со звоном, стукается об этот камень и отскакивает обратно, и абсолютно никакого эффекта. Следующим ходит у нас Алекс. Я достаю зажигалку. Ты даже в своем состоянии понимаешь, что ты даже толком ничего не понимаешь. Ты просто видишь, что вокруг тебя есть люди. По крайней мере, ты помнишь, что так они назывались. Ты не знаешь, кто эти люди. Твое сознание сейчас где-то далеко. Ты бабочка. Почти как на маяке. Ты морковка. Ты просто сидишь и наслаждаешься жизнью. Просто тебе смешно. Перед тобой стоит огромная тварь из кусков человеческих тел, которая от меня время от времени отваливается, отпадает из земли. Но тебе это нравится. Все. Все на этом. Че-че. Голова полетела. Давай. Да все, давай уходит, уходит Рональд. Давай, нет, кинь шестерку. Кинь. Хорош. Шесть. Один. Ты взяла с земли голову какого-то человека, который был забальзамирован буквально несколько секунд назад, поцеловала его и бросила в сторону Виктора. Я не обращаю внимания вообще. Для этого просто прокатилась голова. Да. Окей, следующий Рональд. Так, я вижу Виктора, бросившегося к монолиту. Вот. Так, ну и, собственно говоря, тварь, она как, насколько она далеко идет? Она от тебя где-то в метрах трех, наверное, на столе стоит. И столб они начинают хмельно прогибаться, и немножко начинают... А монолит в какой стороне? Ну, монолит, допустим, вот... Монолит прямо, буквально, считай, перед тобой в полутора метрах. Ну, буквально, вот, если тварь находится в... прямо от вас, на метров трех, наверное, так, то монолит чуть-чуть по левую сторону, если смотреть на нее, то по левую сторону от вас, там сейчас стоит Виктор, рядом с ним буквально метр, ну, метр-полтора от тебя. Отступаю к монолиту. Убегаешь к нам. Профессор, что вы пытаетесь сделать? Стреляй! Стреляй, монолит! Ну, я без лишних слов просто понимаю, что профессор всяко знает больше меня. Вот. Я ни хрена не знаю. Хорошо. Я тем не менее стреляю в монолит. Давай. Я докидываю 2 очка стрельбы. В монолит. А мне нужно вообще-то? Нет, ты попадаешь. Просто урон кидаешь. Просто урон. Он не ворачивается. 4. 4. Хорошо. Пусть будет так. Ты, подбегая к монолиту, спрашиваешь, что делать. Ты стреляешь в монолит, а пуля удаляет действительно монолит, оставляет на нем такую царапину, легкую царапину, которая буквально там пылью разлетается от него, и отлетает рикошетом в сторону. И вы видите, как она ударяет в одну из мензурок, которые стояли на столе, мензурка разбивается, из нее выливается жидкость, которая падает на стол. И бумаги, которые стояли, лежали на этом столе, начинают дымиться и тлеть, и разгораться местами. Ага, мензурка. А где эта мензурка находится? Ну, получается, в левой части комнаты. Ну, а тебя, если ты стоишь к монолиту лицом, то получается у тебя справа на столе. То есть товарищ подбежал к себе слева. Близко. Да, да, буквально вот в полуметре. Ну, и от меня, соответственно, тоже, потому что я подбежал. Да. Ну и, собственно, все. И теперь. Эта тварь на столе. Сползает своими огромным количеством рук просто на пол. Вы слышите вот этот мерзкий звук, когда хрустящие пальцы, которые становятся на землю, они ломаются под ее весом. Некоторые руки вламываются, и из них кость выдирается под ее весом. Но тем не менее, всего количества этих конечностей, которые из-под нее торчат, их хватает, чтобы держать эту тушу на себе. Она сползает вниз, издает немой звук. И все эти 6 голов начинают устремляться в вашу сторону. 2 в сторону тебя, 2 в сторону тебя и 2 в твою сторону. И одна в твою сторону и одна в твою сторону. Просто голову? А?
головы, которые держатся на вот этих вот на руках, ногах, сшитых друг с другом, на чьих-то шеях, на позвоночнике, торчащем из одной головы. Ты не видишь этого, ты стоишь спиной к этой твари. Я даже не обращаю внимания, по большому счету. Но ты слышишь сзади вот этот вот звук переломанных костей, звук перемешивающегося мяса сзади тебя. Это не моя цель. Две головы кидаются в твою сторону. Ты слышишь, как, видимо, не хватает длины вот этих суставов, конечно, как ты слышишь прямо сзади твоего затылка. Захлопывается. Ты видишь, как сзади головы прямо вот возле затылка. Слопывается этот череп, несколько зубов вылетает даже из этого, из этой головы. Вторая. А вот вторая вцепляется тебе прямо в бок. Она, ты видишь, как вот это лицо с замутненным взглядом, оно смотрит. А это голова именно, не собачья челюсть? А, точно собачья челюсть. Но тем не менее, голова осталась целая, это как голова с открытым ртом, из которой ты чекаешь. Я понял, да-да, я просто на всякий случай уточняю. Собачья челюсть цепляется тебе в бочину и пытается наносить тебе... Пять. Отгрызаю тебе кусок бока твоего. Сдираю тебе кожу с твоих старческих ребер. Нормас. Она, тем не менее, откусывает кусок от тебя и уходит обратно, вылетает обратно. Ты видишь, как в тебя летит две, также одна абсолютно даже не долетает до тебя, не хватает буквально метра даже до тебя, она щелкает своими челюстями и отступает обратно. Вторая, сколько тебе когда? Четыре, я помню, четыре. Вторая долетает таки до тебя, твои ее зубы щелкают у тебя перед лицом, но ты вовремя это делаешь, отступаешь назад на шаг буквально, и она снова отлетает в обратную сторону. Я прицеливаюсь в сторону чудовища. Давай что ли ты сделаешь что-нибудь. А, ну, в принципе, это же да, не нужно ничего делать. Теперь я просто высчитываю. Да. Да забудь. Ты сидишь, радуешься жизни. К тебе подлетает милая, на первый взгляд, бабочка, которая садится тебе на лицо. И хватает тебя за щеку, начинает тянуть к себе. Она откусывает тебе щеку, снимает тебе 2 хп. Плохая бабочка. Ты остаешься на месте, да. Я не могу ее ударить? Пока нет, слуха. Так я плохая бабочка. Ну, ты плохая бабочка. Ты не очень бабочка, прямо скажем, да. Но вот тебя... Где-то 4, да? Вы видите, как одна из голов подлетает к павшему телу Ромбу, хватает его за ногу и начинает тащить в свою сторону. Ну, урон не наносит, не переживай. Он тебе хотел за ботинок. Я, в смысле, не переживай, она меня тянет к себе. Еще ничего потерять. Я хожу. Итак, да. Виктор. Профессор, мочите. Я не хотел, я думал, я умру первый и буду спокойно ржать над вами. Получается, голова, которая тянется к Ромба, она близко от меня, которая тянет Ромба? Ну, она где-то в метре от тебя. То есть нужно шаг, если палашом ударит, то шаг, да. И все действие то закончится. Да. Ну, максимум я сейчас смогу убежать куда-нибудь, больше. Да. А чего я не могу выстрелить и ударить? Ну, да, я дед, блядь, согласен. Давай! А выстрелить и ударить по голове я смогу? Без движения никакого. То есть я, грубо говоря, одной рукой стреляю, делаю шаг. Ну, это будет сложнее. Ну, да. Технически можно, да, но будет сложнее. Ну, я стреляю, я только урон по... кидаю. Просто я не отходя. Давай. Я вот просто тупо направляю. Нет, я стреляю в камень. Монолит. Хорошо, просто давай. Тупо стреляю. Просто давай урон. Да, урон по монолиту. Один. Нет. Ты даже опять. Ты просто промахиваешься. Хорошо. Ты просто промахиваешься. Видя это. Сука, ладно, я. Да. Сложно быть паладином. Да причем здесь паладин в пень? Это же. Это жизнь, жизненная жизнь. Это... Но я еще по большому счету в руках себя держу, поэтому да. Как бы это более-менее разумные действия. Я бью по голове. Давай. Попадай. Ну пытаюсь отрубить палашом. Давай. 3. Я ничего не добавляю, у меня ничего нет. Я понял, попал. Хороший удар. Очень хороший удар. А, это же удар палашом. Это разное. Ну не, я просто. Да. Как бы. У меня 3 было на попадание, если что.
это минус один. К попаданию? А, нет, стоп. Мачете, ну, как человек. Ну, это нормально. Да, это урон, урон цельный, который ты наносишь, да. Там просто если там какой-нибудь мелкий нож, и типа того, то это минус, минус один. Нет, ну, по-моему, что-то приличное что-то. Да, ты один, да? Ну, ты бьешь по этой шее из рук и костей и ног, которая тянется перед тобой, и ты видишь, как твой палаш ополасывает, делает большой разрез на одной из рук, которая схватила ромбы и тащит на себя. Но этого не хватает, чтобы, да, его освободить, освободить. Алекс. У меня, я растерянно в панике просто смотрю. Бабочка в разные откусила стороны. Себе щеку. Я хочу ударить бабочку. Давай. Бабочка, уйди! Пока кидает бабочка. 5. Ух ты, ты попадаешь по бабочке. Давай урон. Можно спросить, когда пуля попала в мензурку? 3. Она, получается, стала растворять бумагу? Ну, она начала что разъедать... Что именно стало происходить более подробно? Да. Ну, она... самое, я хотел свой ход спросить. Она начала разъедать лежавшие там бумаги, начала их... они начали загораться, начал плавиться, да, поверхность стола начала плавиться. А стол с чего сделал? Ну, он как бы металлический, но с деревянными прослойками, поэтому... Ну, ну по... и... так беглым взглядом видно, что там и металл поплавился, то есть это довольно что-то сильное. Ты своей мощной рукой... Там при попадании урон минус 2 кулачком. Ты стукаешь по этой бабочке, которая перед тобой болтается. Ты видишь, как бабочка взлетает, упархивает от тебя. А вы, ты видишь, как Алекс бьет эту тварь в голову, подлетевшую к ней собачьей мордой, которая щелкает перед ней своими челюстями, с дожевывая часть ее щеки. И она бьет по этой голове, попадает ей прям в глаз. И этот глаз лопается, вытекает наружу. И эта тварь отлетает в сторону. Теперь. Так, я стою у монолита. Да. Вот. Во-первых, у меня два вопроса. Во-первых, в какой близости от меня мензурки с этой, я не понимаю. Ну, мы оба видели. Буквально 1.5 метра. Ну, я могу, в принципе, шагнуть, протянуть руку, схватить мензурку. Да. Вот. Я, не выпуская с правой руки револьвера, которым продолжаю целиться в чудовище, вот, я поступаю чуть в сторону, хватаю мензурку с полки, возвращаюсь на исходную. Я опять стою около монолита. Mm-hmm. Вот. Сейчас я хочу сделать, ну, такой, как чисто просто двойной жест. Но я так понимаю, если я одновременно попробую выстрелить голову, которая тащит ромба, и, ну, и одновременно постараюсь сделать еще одно действие, не связанное с атакой, у меня повышается сложность моей атаки, тем не менее. Да, да. Значит, я все-таки стреляю в голову, которая тащит ромба. Я добавляю к этому 3 очка стрельбы. Давай. 8. Хорошо. Урон. 1. Да, ты схватив мензурку, отбегаешь к монолиту. В общем, ты поворачиваешься в сторону оттаскиваемого ромба, стреляешь в эту голову. Но опять-таки, твой выстрел попадает в цель, он отстреливает одну из голове, которая держит ромбу за ногу, он отстреливает ей часть черепа сзади, просто сносит, ты видишь, как черепушка отлетает от нее, головы этого недостаточно. Ты видишь мозг, который разлагается внутри, еще виднеется слегка своим розовым цветом, но тем не менее, эта тварь не отпускает ромба. Ну, я понял. И завершая свое действие, я, собственно, левой рукой, ну, монолит неподвижен, я сомневаюсь, что я промахнусь. Я швыряю мензурку в монолит. Отлично. Ты видишь, как мензурка разбивается, разбрызгиваясь в стороны вот этой вот жидкости, которая внутри была. И, естественно, прикрываю глаза руку. Значит. Само собой. Давайте сделаем так. Хотя ладно, пускай. Мензурка разбивается, жидкость растекается по монолиту. Вы видите, как его поверхность начинает покрываться маленькими мелкими пузырями. И крайне медленно, но монолит начинает давать легкие трещины. Я кричу, профессор, вы видите, что делают. Теперь ходят... Чудище. Да. Я смотрю на выход. Окей. Ну, оно снова пытается... Вы слышите... 5 голов осталось? Нет, все на месте. Ну, 6-я. А 6-я, да, точно, да. 6-я. Ну, так вот, 2 из них продолжают снова пытаться кинуть на тело со спины. И в этот раз... Здравствуйте, Сергей. У тебя сколько КД?
3. Я готов умереть. Ты видишь, как две головы впиваются в профессора с двух сторон. Одна тогда этого за руку, который держит палаш. За право. Да, за право. Оттягиваю ее назад. Вторая хватает его за бочину. И вот эти две головы поднимают его в воздух. За правый, да? Все получается. За правый меня. За левый, за левый. Одна права, за правую руку, за левый бок. Поднимает его в воздух. Давай сделаем проверку твоей атлетики. Против проверку моей атлетики. Ничего добавлять не будешь? Сколько? А вот тебе. Один. Два? Да ладно. Но я тоже выкинул два, поэтому ты остаешься на месте. Пытаешься барахтаться, пытаешься вырваться, но она не выпускает. Но они не тянет, поднимают. Да, есть... ты достаточно... Держит ничья. Ты достаточно упорно борешься, да, чтобы ты цепляешься. Барахтаешься. Цепляешься. Я просто... Мне что, цепи с ума и умереть, как потерялся. Цепляешься ногами за пол, ты отталкиваешься, ну, понятно, стоишь на месте. Собственно, твой ход. А, нет, простите, я же сейчас... Конечно! Да. Он играет все время за Ктулху. Две остальные пытаются влететь в тебя, давай сразу за две и прокину. А одна из них опять-таки летит в твою сторону, но ты вовремя пригидаешься. Она бьется лицом в стену за тобой, и ты видишь, как плитка разлетается в стороны. И голова это прям проминается вовнутрь. У меня ее хп, а вторая голова таки настигает тебя и хватает тебя за твою свободную левую руку. Ты свободна от пистолета, у тебя уже не правая, ты понимаешь. Она хватает тебя за твою руку и тянет себя к себе. Давай тоже сделаем проверку атлетики. Давай. Ничего не добавляю. Ты, если хочешь, добавляй, я не буду ничего добавлять. Я добавляю 2. 4. Ну, так же, как и с Виктором, он нападает стянуть тебя на себя, ты упираешься, пытаешься оттянуть его обратно, и вы стоите на одном месте. Ой, боже мой. Алекс. Ты видишь, как целый рой бабочек летает вокруг? Бери, это меньше. Они летают друг с другом, вот это вот. Я не люблю бабочек. А бабочка укусила меня. Давай. Укушу бабочку. Кушку тебе? Нет, ударю. Ударишь ее, давай. Ударю. Знаешь, как сделаем, давай? Двумя руками. Кинь можно сначала. Можно. Ну, можно все бабочек. Кинь сейчас шестерочку просто так. Путю. Два. Теперь кинь... Четыре. Здесь два и здесь два. Теперь кинь пробивание. Попала ты по бабочке или нет? Четыре. Четыре. Здесь четыре, здесь четыре. Три, да? Когда... Кинь урон. Урон. Четыре. Ну, это два. Вот ты подвигаешь к бабочке, которая барахтается в воздухе рядом с двумя другими бабочками. И ты бьешь по ней. На, бабочка, получай. Ты видишь, как тебя Алекс подвигает и бьет тебе прямиком в живот. Ты и так болтаясь в воздухе, упираясь последний раз в последнюю очередь ногами. Ты загибаешься на месте. Снимаешь два. Снимаешь, да, и поднимаешь воздух. Два ХП. Теперь, собственно, Рон. А что происходит, когда в ноль ухожу и дальше? Ноль ХП? Ты еще жив. Ты, у тебя кровотечение, ты будешь делать спас от потери сознания, но ты жив. Мой ход. Да. Получается. Вообще мой так-то, ну ладно. А он, нет, ну, если ты же был, что-то делать. Я ты не был до. Еще. Ты же был до. Я не ходил еще. Он не ходил? Да. Я первый хожу в раунд. Ну, после, новый раунд точно. После сцилы, ты не ходил, когда вы с ним боролись? Будь здоров. Ну, прости, пожалуйста, тогда ты походишь. Я первый хожу. Сцилла всеми головами походила, потом я хожу. Да, точно. У меня так как за левую руку с пистолетом никто меня не схватил. Я стреляю в камень. На попадание, да, сначала? Ну да, тебя болтать будет, да. Поэтому в любом случае. Да. Выстрел головной разносится по всему помещению, и патроны улетают куда-то. В потолок. Я могу? Развернуться и тупо броситься с, ну, с палашом в тварь. Просто тупо в нее просто побежать и ткнуть палашом. Ну давай в следующий ход, если до этого нет. Ну вот в том и фишка, я спрашиваю про этот ход. Либо я могу ли я освободиться тогда.
Давай сделаем проверку атлетики, если хочешь освободиться. Если можно освободиться, то если побежать в тварь нельзя, то да, я хочу вырваться. Пофиг, пусть выберет пол. Ты ничего не добавлял, да? Плохой жарик! Хрена себе. Ну, по сути... Один! По сути, да. Ты разворачиваешься, пытаешься бороться с этой тварью, которая тебя... Ну да, я дергаю руку. Она... Припахаться сильнее начинает, да, она максимально сильно. Она еще сильнее впивается тебе в мочину. Тем более, ударили, да. Да, кровь начинает хлестать у тебя из бока, течет по твоей ноге, и также рука твоя вся в крови. И ты чувствуешь, как она слабеет, но тем не менее вы стоите на том же самом месте. Я, скорее всего, ну не скорее всего, у меня не один, а ноль, я выпускаю палаш определенный. Ну палаш точно выпускаю, пистолет держу из последних сил, а палаш у меня падает на пол. Я из последних сил пытался вырваться, но... Теперь Роме. Так, меня продолжает за левую руку держать тварь, правой руки у меня пистолет. Да. Я беру пистолет. Он у меня, в принципе, патроны у меня не закончились, я стратил только три, если не память, в моем барабане еще два. Я обычно револю. Я всовываю твари прямо в пасть. Ствол. Ну, я думаю, целиться мне бессмысленно и стреляю. Хорошо. Ну, это не все, как бы, действие, которое я планирую заявить. Для начала я хочу освободиться таким образом. Давай, сначала попал ты в пасть или нет. Ну, как попадание или что? Да, попадание. Стрельбу. Так. Ну я добавляю, прямо не знаю. Так, ну у меня два осталось стрельбы. Кстати, я не отнял. Ну два я в итоге добавляю. Давай, хорошо. 7. Окей. Попал, урон давай. 2. Ты вставляешь в пистолет свой в рот этой твари, которая вцепилась тебе в руку. Делаешь... Ты видишь, как у нее нижняя челюсть просто отваливается вниз, начинает болтаться на тонкой куске кожи и мяса. Плоти вообще. И она отцепляется таки, от тебя отлетает в сторону. Сейчас освобожу. Так, я вижу перед собой, ну я нахожусь по сути на том же месте, где я и был. То есть да, монолит да, и да, да. Полка, на которой стоят эти мензурки, я так понимаю, там несколько. Да. Она дотягивается до монолита, если ее толкнуть. А, то есть столик ты хочешь перевернуть на монолит? Я хочу перевернуть его на монолит просто. Давай, хорошо, да, это можно сделать. Я отбегаю к этому столику и, ну, наверное, все-таки атлетику надо проверить. Да. Ну, я добавляю оставшиеся, у меня 2 очка атлетики, которые я тоже закончу. Я пытаюсь перевернуть все имеющиеся наличие мензурки. Давай. 3. Ну, давай так, ты оттащил этот стол на себя, в свою сторону, так как у тебя рука сильно ранена, ты чувствуешь все-таки нехилую такую боль. Ты не смог перевернуть этот стол, но оттащил его чуть ближе к монолиту. Возможно, в следующий ход ты сможешь его перевернуть. Или хотя бы, я не знаю, скинуть все эти уж склянки, ты точно сможешь со стола. Хорошо. Итак, те две, которые держат тебя. Давай сейчас сделаем снова проверку атлетики, потому что они пытаются утащить тебя прямо к самой твари. Ну, я... Хорошо. Давай. 5. Они тебя тянут в сторону твари. Одна из них оттягивает твою руку сильнее, ты чувствуешь, как сильное напряжение плечо в суставах, прям. Да, он прям выдергивает тебе из суставов. Не вырывает руку, он просто выдергивает из суставов. Ну я понял. У тебя вывих, очень вылетает сильный вывих, сустав. Да. А вторая тварь, все-таки ты с ней как-то борешься, так иначе. Даже ты чувствуешь, как она ослабляет свою хватку, и ты освобождаешься из ее прикуса. Ну а это все еще тебя держит за руку, да. Две твои подруги. Уворачиваюсь. Одна без челюсти, болтается где-то там сверху, пытается что-то сделать, но невидимо, она немного обескуражена тем, что застрелена у нее челюсть, поэтому она просто пролетает мимо тебя, болтается, разбрызгивая вокруг тебя вот эти вот гнойную кровь вокруг этого запахом бальзамирующего состава, спасибо большое. А вторая таки кидается тебе, кусает тебя прям за ногу, прям за ляжку твою, вцепляется в тебе в ногу. Наносит тебе, ну не сильно, она тебе просто прикусывает, оставляя легкие царапины. Ты вовремя убираешь ногу, она своими зубами царапывает тебе ногу, нанося тебе один урон. А вот ромбу. Она поднимает ромбу, вы видите, как одна голова поднимает ромбу высоко в воздух, до самого потолка. И начинает его трепать в воздухе, буквально ударяя его лицом, он так без сознания не может сопротивляться, она бьет его лицом об стены, об пол, об столы, начинает его болтать во все стороны. Наносит тебе ромбу. 6 урона сейчас.
кроме бездыханного тела. Алекс. Я хочу использовать предусмотрительность и взять сигарету из дома. Так. И закурить? И закурить. Хорошо. Зажигалку как раз прошлой предусмотрительности взяла. Увидите, как Алекс, ну, во время всего этого происшествия, видите, как Алекс, сидя где-то в углу, курит камень, который она подобрала, кусок плитки, который она подобрала с пола. Все, как ударило меня в живот. Да, и сидит, всасывает его, кидает в бабочку. В бабочку, да. Я кидаю попадание. Давай не надо. Нет, давай не надо. Окей, собственно, Рональд. Я не хожу опять. Да что такое, как я тебя пропускаю постоянно, прости, пожалуйста. Давай, Виктор. Я из последних сил дергаюсь просто, несмотря на боль в плече. Ну, просто оставляя руку сзади, просто всем телом дергаюсь, так как вторая голова отпустила. Я дергаюсь вперед, ну, пытаясь вырваться. Кидаем или не кидаем? Давай, просто руку у меня вырывает. Прокинем атлетику. Ну, если вариант или не вариант, давай, прокинем атлетику, чтобы просто понятно скрыться. 6. Ух ты, как хорош. Ох ты хорош. Я тут кубик убил. Ты чувствуешь, что твоя рука просто не отрывается, нет, в таком случае. Но твоя кость вышла из твоего сустава просто на. Ну, я так и планировал. Она соплем обвисает, ты чувствуешь, но в этот момент ты почувствовал, как хватка ослабла, потому что этот монстр, видимо, либо он отвлекся на что-то, либо еще что-то произошло, но он его через слегка распахнулась, и твоя рука выпала из его через его пасти. И она болтается сейчас у тебя вот так вот просто на веревочке. Да. У меня, получается, осталось 2 патрона. Шестизарядный, мне кажется, пистолет? Да, у меня шестизарядный. Но я уже 2. Ты видишь, что монолит облит кислотой. Трещина на нем, в центре, где была пролита кислота, она уже дошла практически до середины. И этот монолит внезапно начинает слабо-слабо, где-то в центре, маленьким огоньком. Вибрирует, да, мерцает. И эта трещина расходится по монолиту. Дилемма. Либо спасти всех, либо спасти Ромба. Это чуть-чуть для меня Ромба, по большому счету. Человек, который убил мексиканцев, непонятно за что. Я стреляю в монолит. Окей. Могу перекинуть, потому что он либо 6, либо 3. Дайте я перекину. Ну, давай. 4. Хорошо. Там прыгать. Ты попадаешь в меня. Давай, ну, давай, я в центр, давай, да. Давай сдаем урон какой-то, да? Сколько это сильно. Это будет несложно. Давай. 5. Ты с болтающейся рукой, левой рукой смотришь. Ну да, у меня левая порезанная, но стреляешь мимо. Замедлен действие. Патрон. Врезается в монолит. Монолит разваливается на части, и вы видите, как яркий свет озаряет комнату. Это свечение заливает собой все полностью. Закрываю. Даже ты видишь, как бабочки начинают светиться. Красиво. В этот момент свет буквально сияет буквально доли секунды, но этого хватает, чтобы все очень сильно опалить вам зрение ваше. На какое-то мгновение вы видите полностью темноту перед вами, потом зрение постепенно начинает возвращаться, вы видите, что сначала тускло, но потом все время... И даже, ну, вам показалось, что вы оглохли на секунду, но тем не менее все чувства к вам вернулись через пару секунд. Вы видите, как этот свет возвращается в этот монолит, буквально возвращается в этот монолит. И как он разваливается на две части. В это же мгновение земля под вами начинает трястись. Я падаю на раздается колени. Гул такой. Прям как будто под землей проходят станции метро, и там сейчас проезжают 50 поездов одновременно. Земля трясется, все склянки вокруг падают, шкафы ходят ходуном, вот это все начинает рушиться, падает в стороны. Вы слышите, как сзади, ну, ты видишь, как эта тварь, которая стояла только что перед вами и обкладывала вас, она начинает как-то неестественно дергаться, ее части тела, ее конечности, ее голову начинает менять положение в пространстве, так вот как-то извиваться, она начинает на месте дергаться, и как будто бы она всасывается в сама себя, где-то в центре нее, вы видите, как кости начинают вздыбаться в этом месте, они, как будто бы появилась у нее маленькая черная дыра, которая начинает ее тело всасывать вовнутрь. Со временем эти кости начинают втягиваться в нее, вы видите, и руки, которые держали ее на земле, ноги начинают втягиваться внутрь, и голову начинают отпускать все, кого они держались, на кого держали. Ромба опускает, ромба падает из-за этого, разбивая себе лицо. Все это начинает рушиться, земля начинает трястись, полки, шкафы начинают падать, и вы видите, как на месте, куда падает, она падает, эта тварь падает на землю,
своей головой, у него отваливаются куски тела, вот эти вот вся кожа отслаивается, голова отваливается от конечностей, которые ее держали. И прямо на том самом месте, где мне якобы была воронка, начинает формироваться что-то вроде туманной воронки новой какой-то. Она расползается по полу все больше и больше. Начинает, вы видите, как все, что было легкое, какие-то листы, бумаги начинают под дрожащим ветром нестись в сторону этой воронки. Вы чувствуете, как воздух начинает уходить в сторону этой воронки. Все это вокруг начинает садиться. Вы видите, как начинает двигаться в эту сторону шкафы, который наполнен. Вы чувствуете, как ветер поднимается все сильнее. И мы сейчас делаем какие-нибудь действия, которые вы хотите предпринять. Мы можем, в принципе... А в сознание я не пришла, я такая же, это... Ты, да, ты всегда все чудовищно. Собственно, когда началось все трясти, у меня вторая рука опускается так же, я падаю на колени, как бы, ну, уже вообще не в силах вообще что-либо делать, как бы. Скажем, назовем это так. Ага. Ты видишь, как Виктор падает на колени, уже бессильный полностью, его сила истекает. Крови истекает, крови, да, его рука болтается, просто лежит, естественно, на полу, естественно, вывернутая. Алекс сидит рядом, курит камни. Рома лежит где-то там вдалеке на полу. Но он, кстати, его тварь отпустив, когда она кинула ближе к выходу, поэтому он стукнулся о стену, о стеллажи, и лежит где-то сейчас возле выхода. И ты видишь, как Виктора, воронка, которая образовывается за Виктором, она начинает втягивать в себя уже и пол. То есть бетонные плитки начинают проваливаться в нее. Шкаф падает на эту дыру, она расширяется достаточно для того, чтобы поглотить этот шкаф. Шкаф провалится туда, в бездну. И ты, стоя на краю этой воронки, ты замечаешь, что эта воронка, она... Она такое ощущение, что она бездонная. Но тем не менее, ты видишь стены этой воронки. Они как будто окутаны туманом. Но тебе кажется, что из этих стен, из этого тумана торчат то ли зубы, то ли миллионы зубов. И ты чувствуешь сильный ветер, который буквально вдувает тебя, втягивает тебя в эту воронку. И ты, я падаю туда, да. Ты падаешь вниз. Определенно, да. Твое тело как мясорубки разрывает на части. Твои руки и ноги разлетаются в стороны. Ты больше ты, естественно, больше ничего не понимаешь, ничего не видишь. Ты видишь эту картину. У тебя есть шанс что-то предпринять. Ром поближе к выходу. Да. Я подбегаю к Алексу. Так, она сидит, смеется. Взваливаю на горб и тащу к выходу. Окей. Ну, параллельно хочу подцепить и в итоге подцепить. Давай сделаем проверку атлетики, потому что если Алекс еще утащить можно, то Рома будет довольно тяжело. Давай. Ну, так, ну, сначала Алекс. Просто. Да. Ну, она ближе Алекс, ко мне. Алекс, она подает. Давай, знаешь, сделаем проверку. Кинь шестерку. А сколько там времени? Там, кстати, нуль. Все, она остановилась? Она остановилась. Нормально, у нас на камере отключилась. Ничего страшного, хорошо. Но она не остановилась. Шесть. Отлично. Ты подбегаешь к Алекс. Она с радостью кидается тебе на шею. Думаешь, что ты ее лучший друг. Я ее прихватываю и тащу к выходу. Да, он вместе, на своих ногах, вы вместе бежите к выходу. Теперь давай проверим к атлетике на Рома. Так, теперь я... Ну, короче, я выталкиваю ее просто за дверь, там уже не заботясь о том, куда она упадет, потому что она оказалась в безопасности. Все, ее нет в комнате. Да, и я подхватываю Ромба там за его... Атлетику. Да, за пояс там, а я прокинул, и так далее. Без сознания. Не, я сопротивляюсь. Просто не делай это. Так, ну мне добавлять нечего, я просто прокидываю атлетику, я пытаюсь его спасти. Подбежав к Ромбу, второй раз Ромба не выживет. Подбежав к Ромбу, ты пытаешься схватить его, но твои руки так они в крови, он выскальзывает у тебя из рук. Ты пытаешься схватить его за клочки одежды, как-то утянуть его за собой, но нет, не получается. В этот момент один из стеллажей падает прямо на него, придавливая его своим весом. Как и балка. Как и балка. Это, видимо, судьба. И балка. Эти балки, ребята, я смогу-то определить, в общем-то. Давайте проверим, сколько балков. Ну, да. Он жив, но в крайне тяжелом состоянии, то есть... Так, мне, прежде чем я напоследок или сделаю что-то очень глупое, или отступлю, спасаю свою жизнь. Мне просто это надо знать, но если это как бы метагейминг, можно не говорить. Я могу предпринять последнюю попытку проверить атлетику, чтобы вытащить его из комнаты? Давай. Или я уже все? Давай. У меня столько... Я могу помочь. Ты даешь второй... Давай. Зачем меня спасать? Не-не-не. Ну мы так-то с тобой служили вместе. Не-не, ну, да, это... Давай. Полковник. Ну так-то логично. Всего 6. Бабочки.
Это офигенно было. Ты буквально покрываешься за ремни и удергиваешь его из-под стеллажа, от ногой отталкиваясь стеллаж, накидываешься себе на горб, вместе с ним бежишь, сзади, просто уже... сзади рушатся стеллажи, земля трясется, ты падаешь с ним пару раз, но тем не менее понимаешь, Алекс, видишь, как прыгает перед вами там где-то за стеллажами. В общем, схватив Ромба, схватив Алекс под мышку, ты выбегаешь к самой последней момент, как это принято в кино, сзади рушится потолок, сзади рушатся стеллажи, ты выбегаешь из помещения, поднимаешься по этой лестнице, по которой вы спускались сюда. Ты видишь, как весь, все это здание ходит ходуном, падают сверху балки, какие-то еще лампы, которые остались висеть, вот эти канделябры, которые висели на стенах в виде декора, они уже давно обвалились, все, штукатурка обрушивается, картины какие-то падают, которые давно истлели. Все стены падают, сверху летит стекло, которое оставалось на крыше, на покрытии крышечном. Ты выбегаешь из самого здания этого, и в этот момент ты видишь, как гигантская воронка окружает, начинает окружать это здание вокруг. То есть ты выбегаешь уже за территорию, бежишь к вашей машине, к забору. Mm-hmm. И ты видишь, как эта гигантская воронка, она обходит кругом. Это буквально столб земли по кругу обходит это здание, взлетая в воздух. И это здание проваливается в это отверстие, которое образовалось. Оно обваливается, земля начинает туда проваливаться. И нагромождение этой земли, оно заваливает всю эту воронку целиком. То есть эта воронка постепенно угасает. Ты подбегаешь к машине, Алекс смеется. Ромба без сознания, ты тащишь его. Ты буквально без сил падаешь возле машины, бросая тело Ромба на землю. Да, дождь хлещет, дождь дико хлещет по лицу. Только это, наверное, придержит тебя в сознании, потому что сейчас тебе крайне тяжело держаться из-за всех твоих ранений, из-за твоего психического состояния. Ну, естественно. На этом делается театральное затухание. Блин. Прошло 2 месяца. А смотри на меня. Ты вернулся в свою больницу, стараясь забыть о произошедшем с тобой и твоими новыми обретенными товарищами вещами. Mm. Так как тебе все-таки было стремление познать что-то неведомое, ты это познал сполна. Ну, в общем-то, да. И, возможно, когда-нибудь тебе захочется снова порыться в истории всего этого произошедшего с вами, но сейчас ты хочешь просто отдохнуть, не хочешь это вспоминать, ты хочешь просто морально от этого отдохнуть, потому что твое состояние, как психическое, так и физическое, сильно пошатнулось. Тебе понадобилось эти 2 месяца, чтобы прийти в себя, чтобы залатать свои раны и, в принципе, отойти. Но, тем не менее, ты просыпаешься время от времени по ночам с криками, потому что тебе еще выявляются в твоих ночных кошмарах вот это все, что произошло с тобой. Самообладание и рассудок у меня остается на той же планке. Я восстановил только... Самообладание за 2 месяца, естественно, восстановилось, но рассудок нет. То есть самообладание и здоровье у меня восстановлено. Да. Ну, здоровье, оно полагает, за 2 месяца, само собой. Лечился, естественно. Ты после происшедшего, ну, так как у тебя родственников все-таки не осталось здесь, Рональд, как ближайший твой товарищ, с Ромбо. Ромбо пришел в себя. Ромба очнулся в больнице, пришел в себя. Тебе понадобилась неделя, чтобы отойти, на удивление. Твои раны довольно быстро зажили, но твое психическое состояние осталось таким же прискорбным. Ты в порядке, ты чувствуешь себя нормально, но время от времени тебя настигают нервные тики. Панические атаки. Панические атаки, да, какие-то... Я даже тебе сейчас скажу... Короче, контузия уже. Сейчас тебе скажу, что тебя настигает. Боясь человеческих тел. Нет. Тебе время от времени кажется, что ты видишь то, чего нет на самом деле. Тебе иногда кажется, что ты видишь, что человек переходит дорогу, и мимо него проезжает машина, он исчезает. Тебе иногда кажется, что где-то на крыше стоит какое-то огромное существо, которое смотрит на тебя, но моргнув, ты видишь, что его нет. Тебе иногда кажется, что стая птиц, пролетающая над тобой на север, допустим, она поворачивается на месте вертикально, летит вниз, летит вверх, летит в разные стороны, собирается в кучу и исчезает. Ты видишь совершенно разные нелепые и страшные вещи, которые тебя иногда пугают, ты со временем к этому привыкаешь. Ты, в конце концов, военный, ты не такое дерьмо проведал. Но, тем не менее, это тебя иногда настигает каждый день, и тебе с этим довольно сложно жить. Вы вместе отвезли Алекс в психиатрическую лечебницу, потому что ее состояние явно не внушает ничего хорошего. 2 месяца ты провела там. Ты, возможно, спустя 1.5 месяца начала чувствовать себя, ну, не то чтобы хорошо, но, по крайней мере, ты перестала видеть бабочек. Тебе это заставило немного грустить, но теперь хотя бы ты вместо бабочек видишь птичек. Это уже лучше. Это шаг выздоровления. Она же через самообладание потеряла. Она рассудок потеряла нормально. Не, она, у нее рассудок один остался. Она самообладание потеряла в минус 12, минус 13. Это конец. По крайней мере, тебе кажется, что ты видишь птичек.
А на деле тебя заперли в одной большой комнате с мягкими стенами. И ты целыми днями только делаешь, что сидишь на одном месте, пошатываясь, напевая какие-то странные песенки, вспоминая своего мужа и детей. Не согласен. Ты покинул этот город, узнав всю историю и правду о своем брате, покинул этот город, вернулся в свой родной город, где ты жил все это время. И в одно утро, умывшись, проснувшись, собравшись обратно на работу, умываясь, ты заметил, что у тебя в глазу что-то черное. Ты пытаешься это вымыть, пытаешься как-то это убрать, смотришь в зеркало и видишь, как это черное уползает внутрь тебя. И через пару часов начал слышать голоса в своей голове. Ты не понимаешь, что это значит. Но только спустя какое-то время ты начал понимать, что эти голоса начали преобразовываться в более понятные для тебя слоги. И ты начал понимать, что, типа, что это, эти голоса говорят тебе: нужно убить во имя Сцилы и Харибды. Нужно принести жертвы. И на этом наша история заканчивается. Просто Ромба по городу бегает такой, убивает людей. Следующая серия. А можно я буду играть за от первого лица? Я тебе включу веселую музыку. У нас камера все равно не работает. Вы не видите больше ребят, не видите. Зачем? Рома, зачем? У нас-то вроде еще. Они просто сидят голые и плачут. И, наверное, хорошо. Спасибо, ребята, я что пошел. Были с нами в этом приключении. Надеемся, вам понравилось это большое и... Привет. Большое и весьма темное приключение. Надеемся, что вас удовлетворил исход всего этого дела. Вы это ставьте лайки, если вам это все понравилось. Репостите, не стесняйтесь репостить. В комментариях ВКонтакте, здесь в комментариях ВКонтакте, в комментариях. Также напишите ваше мнение по поводу сегодняшней серии. Выберите, кто лучший, кто достойно помер, кто должен был выжить и кто молодец вообще во всей этой истории. Напишите обязательно в комментариях об этом и проголосуйте в ВКонтакте. Понравилось ли вам, что случилось с Алекс? Мне уже нет. Обязательно ждем вас в следующих наших приключениях на канале Героя Метагейминга. Возможно, ДНД, возможно, еще какие-то другие сеттинги. У нас, возможно, все. Еще раз спасибо. Ребята, это было классно. Спасибо, что поучаствовали. Мы закончили это приключение уже с Кингсбери. До новых встреч на нашем канале. Счастливо.